Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале Александр Бобылев и народ, и на связи со студией директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, рад приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте, зрители. Александр, здравствуйте. Здравствуйте те, кто нас поддерживает. Здравствуйте и те, кто нас не поддерживает. Честно говоря, не смущаюсь ни того, ни другого, потому что, хоть меня Александр, я скажу, честно уговаривает, быть немножко щадящим в выступлениях, но я подозреваю, что пора ситуацию несколько обострять, и от того, что мы занимаемся самообманом, самоуспокоением, я думаю, толком мы добираться не будем. Я уже не ставлю для себя задач просмотров, я не блогер, не политик. Моя задача сейчас в ситуации, когда сформировался некоторый контингент людей, которые готовы меня слушать, вопрос ставить ребром для того, чтобы мы адекватно реагировали на существующую реальность. От того, что мы сами себя кормим иллюзиями, теми или иными лозунгами, кто-то за нас должен сделать то, кто-то за нас должен сделать это, не вставая с дивана ни разу, ожидая, что кто-то другой за нас встанет. Честно говоря, меня эта ситуация уже как-то не то чтобы напрягла. Я считаю, что в плане подобного продолжения диалогов или разговоров смысл выходить в эфир просто не имеет. Я считаю, ситуацию надо немножко обострить, просто для того, чтобы мы перестали думать, что нам кто-то чего-то должен. Вот это очень важно. Ну и, в принципе, делать те выводы. А может, кому-то надо остаться на диване сидеть, может, кто-то подымется, что-то сделает. Хотя бы для себя. Потому что для вас никто делать, кроме вас самих, ничего не будет. Это надо точно понимать. Ну что, Александр, поехали. Отличный настрой на эту программу. Спасибо, что поддержали мою идею новой серии передач на канале под условным названием «Частное расследование». Это будут эфиры, друзья, с глубоким погружением в тему, но Потапенко Дмитрий, наш с вами общий знакомый, меня, например, отговаривал от этой затеи, потому что, скорее всего, эти передачи будут ломать глубокие стереотипы части нашей аудитории, а этот процесс такой психологически некомфортный и болезненный. Так что... я, Александр, с тобой не соглашусь, что Потапенко мог тебе отговорить. Я Дмитрия периодически слушаю, и если он с экрана монитора иногда дебилом говорит, что не дебилы, мне кажется, это честная позиция, и я его готов в этом плане поддержать. Тем более он же не просто занимается как бы какое-то там обзыванием, он аргументирует свою позицию, аргументирует ее честно. А если есть что возразить, то кроме того, что мы не хотим, мы не будем, это, наверное, неправильно. Поэтому Дмитрий просто тоже, вероятно, устал обходить углы, и он специально на каждом выступлении, там, где может, об эти углы спотыкает тех, кто до сих пор их не замечал. Ну, это может быть хорошо на самом деле. Хотя у нас есть с ним некоторые разногласия, но сам факт того, что человек открывает глаза на очень непопулярные моменты, и люди как бы расстраиваются, что за них никто ничего не сделал, ну, наверное, это по-своему правильно. Я допускаю, что и моя фраза в этом плане не всех кого-то устраивает. Ну, ребят, кто хочет жить в розовых снах, ради бога. Но, естественно, скажу, что время подъема уже скоро, и бесконечно спать в иллюзиях не получится. Они по-любому будут развеиваться. И чем сами вы раньше проснетесь, тем раньше, чем больше у вас будет шансов на то, что в будущем у вас будет складываться все более-менее нормально. Владимир Николаевич, я как Минздрав вас предупредил. Люди могут ругаться в комментариях. Я на выборы не собираюсь. Поэтому мне все равно. Я понимаю, что политик в каждой аудитории должен говорить то, что нравится именно этой аудитории. Этим он скажет про левое направление, тем он скажет про правое направление. Он всем оттанцует нужный танец. Но мне это делать не надо, просто потому что у меня есть своя точка зрения. Она с кем-то может совпадать, с кем-то нет. Давайте так. Я буду приводить факты, аргументы. А кто их будет так интерпретировать? Дело каждого. Да. Итак, первое частное расследование с Владимиром Баглаевым. Вот есть такое общее место и распространенное мнение, что все предприниматели – жулики. Для производственников, каковым вы являетесь, и я являюсь, никаких оговорок сделано не было. То есть, значит, тоже жулики. Владимир Николаевич, как же вы дошли до жизни такой и не раскаиваетесь, если вы в саде?
Ну, почему не раскаиваюсь? Я вот каждое утро поднимаюсь там в 5 утра, я весь такой на раскаянии и понимаю, что наступает рабочий день мой жульнический, и если я не прожульничаю, то много честных людей не получат зарплаты, не получат налогов. И, в принципе, у многих честных людей, если они будут жульничать с утра до вечера, в общем-то, жизнь, наверное, немножко все-таки изменится. Ну, если уж до конца серьезно, то я как бы все-таки сторонник работать с цифрами. Наверное, все-таки понятие жулик, не жулик у нас в стране возникает из другого немножко понятия, понятия справедливости, и оно, наверное, правильно возникает. И мы подспудно считаем, что это общество совершенно несправедливое. Вопрос, насколько оно более несправедливое, чем феодализм или рабство, я вопрос ставить не буду, потому что и там есть своя несправедливость. Вопрос, то общество, в котором мы сейчас с вами живем, можно ли назвать его несправедливым капиталистическим, и не несправедливым феодальным, или несправедливым рабским, я не готов сказать. Я точно знаю, что оно точно не социалистическое. Разница в том и другом обществе, так скажем, это в частном или в общественном присвоении коллективного труда. Ну, так по большому счету. Хотя мы до недавнего времени свели этот разговор в спорах между теоретиками марксизма-ленинизма до того, о частной или общественной собственности на средства производства. И совершенно в этой ситуации забываем о том, как на той или иной территории, при этом, неважно, общественном или частном форме собственности на средства производства, делится созданный общественный продукт. И делится общественное богатство страны. Поэтому данная ситуация, на мой взгляд, когда мы разбираем, что лучше частная собственность или государственная собственность, а вот на мой вопрос, а что значит государственная собственность? Государственная собственность и частная собственность, и общественная собственность. И вот общественная собственность и государственная, разные или нет? Руководители государственных компаний могут получать зарплату в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем фонд зарплаты какого-нибудь небольшого машиностроительного предприятия в день. Понятно, да? И дальше возникает вопрос. От того, что это предприятие государственное, можно ли сказать, что там распределяется общественное богатство справедливо, в рамках необходимых, так скажем, потребностей общества, которое живет в этой стране, в этом государстве. И здесь неоднозначно. Дальше я так скажу, что тот факт, что я работаю на предприятии и являюсь его владельцем, можно ли меня, допустим, прописать вот это, а мне все равно. Давайте мы будем посмотреть не на то, как меня назвать, буржуа там или капиталистом, назовите как чем хотите. Давайте определим ту или иную полезность мою для общества в рамках того, что мы создаем на нашем предприятии тот или иной общественный продукт, потому что я не присваиваю себе общественный продукт. Он уходит, он распределяется между разными категориями в нашей стране. И вот определим, как работаю я, как недобитый буржуй. Ну, так в силу обстоятельств случилось, что я-то приехал вполне себе уважаемым, как сейчас принято в России, мигрантом без российского паспорта. Ну, приехал и приехал, как все нормальные мигранты. Жил по подвалам, по подъездам, как говорится. Как мог, работал. Ну, с точки зрения блата, ни с кем по баням не ходил и в министерствах не имел. Так получилось. Ну, так живут мигранты, когда приезжают в страну с большими возможностями. И в этой ситуации, как бы определенное время я работал, показал некоторую эффективность для тех или иных частных собственников, не для государственных, так скажем, которая позволила мне в какой-то момент оказаться в Череповце и попасть на территорию предприятия, которое было уничтожено до меня атомной войной, так скажем, гидрозабора уже не оставалось, не только. Но было название, которое, в принципе, исторически было за этим заводом. Когда-то он был механический завод, после этого стал Череповецкий литейно-механический завод. Название от Владимир завода Николаевич, осталось. простите, я перебью. Я слышал, что вас туда направили для того, чтобы его закрыть, желательно без каких-то уголовных дел. Тихо, спокойно. Ну, смотрите, Поставили вам такую задачу или это так и так. В период работы моей мигрантской деятельности в России
Я работал на очень интересных местах, то есть там, где нормальные россияне, естественно, себе как управленцы не позволяли заниматься непотребствами. Моя задача, как правило, была работать на тех или иных достаточно авантюрно-креативных направлениях, где ситуация, как правило, была максимально критическая. То есть если когда-нибудь там под старость, ну или уже по старости, если наступило, по свободное время у меня втюкнет голову написать какой-то или дать сценарий для ребят, которые будут, может, хотят сделать увлекательный триллер, боевик, террористический, любовный фильм, то это как раз период тех времен, где можно будет ну, на любой вкус снять увлекательнейший экшен, так скажем. Ну, ладно, это мы оставим в стороне. Да, действительно, ситуация, когда я попал на этот завод, в принципе, мягко скажем, как это у нас принято говорить, все было украдено до нас. Завод был в многомиллионных долларовых минусовых чистых активов, задолженность по зарплате превышала трехмесячный уровень, задолженность перед поставщиками превышала семимесячный уровень реализации предприятия, который в год составлял меньше 30 миллионов рублей. И на нем работало чуть менее чем 400 человек. И тут вы начали жульничать, я так подозреваю, да, вы к этому ведете, да? Слушайте, как из этой ситуации вылезти по-честному, я не понимаю, только жульничать. Значит, сценарий, в том числе и по этому проекту, как мы выходили от жизни такой, как вы говорите, вполне себе тянет на два хороших, веселых, боевых триллера, причем, ну, действительно будет интересно, это отдельный разговор. Важно другое. То есть, я не знаю, что там, вернее, не так. Я знаю, кто и как жульничал для того, чтобы на этом заводе последствия были жесточайшие. Но, честно сказать, не могу сильно по этому поводу что-то уникальное выделить. Почему? Потому что, в принципе, за забором нашего предприятия в промзоне происходило примерно то же самое. По всем направлениям. Все крысили, выводили в офшоры муниципальные, государственные, областные, те или иные сети, газовые коммуникации, электроэнергии, все, что можно. И добивали то, что осталось. Поэтому не скажу, что это было что-то из ряда вот восходящего, но вся проблема в том, что, вот, честно сказать, приехав из Москвы сюда, на Москве я занимался другими веселыми делами, связанными с торговыми сетями. Я знаю, как убивается малый средний бизнес, там, где появляются крупные сетевые компании, как это все происходит, как это все коррупционные схемы, все остальное, обход таможни. Очень хорошо знаю. Это отдельный сценарий, отдельные две серии в триллере. Частное расследование, да, понятно. Ну, тем не менее. То есть я на это дело посмотрел, и меня, честно скажу, вот в том направлении очень уж не хотелось работать, просто потому что, ну, очень, очень мерзко, очень гадко, очень неприятно, так скажем. Хотя денег, конечно, в Москве, чего же хатаить, платили всегда и всем значительно больше. Чем более ты мерзкий, тем больше ты получаешь денег. Вот. А без этого очень сложно уничтожать вокруг себя тех, с кем ты должен, по идее, считаться согражданами. Понимаешь, заходишь в регион, ты говоришь, ага, в Новосибирск заходим, надо стоить столько магазинов, в районе 10-15 предприятий малого и среднего бизнеса, точек торговых. Как будем уничтожать их, какое время? Время, насколько дело дается, 2-3 недели, максимум месяц, потому что это отбирает прибыль. Ну, сложно, понимаете, эффективно можно вопрос. И работают люди эффективно, уничтожая все это дело. Это же все американский сценарий, ведь в свое время Америка специальные законы выводила для того, чтобы торговые сети не входили в города, которые уничтожают малые средние предприятия. А что у нас не так? Я прекрасно понимаю, и эти люди, которые немножко в теории хотя бы разбираются, все прекрасно знают, что просто ориентируясь на простейшую теорию АБЦ-анализа, вы понимаете, что ни один мелкий магазин не в состоянии конкурировать экономически с крупной сетью. Все. Кто знает, что такое АБЦ-анализ, все понимают. Сеть зашла, вся мелочь в округе будет уничтожена. Просто, кто не понял, АБЦ-анализ. Надо подробнее книжку взяли, почитали, все разберемся.
Поэтому, когда в ситуации, когда в центр города запускается сеть, и кто-то там при этом в городе говорит о том, а мы сейчас поможем малым и средним бизнесу в торговле, и торговле шаговой доступности, я говорю, ха-ха-ха-ха-ха. Ну, можете сказать сам то же самое. Ну, ладно, я сейчас о другом. Поэтому, с точки зрения того, что завод так или иначе уже, как говорится, был не то что в нуле, был далеко в минусах, это отдельный разговор. Но, с другой стороны, наверное, коллективу нашего завода где-то повезло. Почему? Потому что завод был настолько убитый, что нормальный, уважающий себя череповчанин на этом заводе работать не хотел. Поэтому на этом предприятии работали люди, которые так или иначе по разным причинам не прижились в других городах, регионах. Это и бывшая Россия, Татарстан, Белгород, Архангельск, Краснодарский край, Урал, Челябинск, Екатеринбург, ну и другие, естественно, страны. Украина, Таджикистан, Грузия, Армения, ну и, конечно же, Белоруссия, откуда я сам приехал. То есть, вот такое, в общем-то, маленькая Америка. Приехали те, кому не жилось не сиделось на прежних местах. Мы забор все-таки поставили хороший, с ключевой проволокой, окопались и начали вести свою маленькую партизанскую борьбу. А так как этот завод, учитывая его состояние, нафиг никому не сдался, вообще никому, кроме геморроя и возможных уголовных преследований за то, что случилось, для бывших собственников он ничего не сулил. Поэтому, в принципе, так или иначе, учитывая наши планы, возможности и некоторый креатив, мы смогли договориться с банком, и, в общем-то, это предприятие перешло, так сказать, в частную капиталистическую собственность. И мы смогли стать уже не просто социальными, да, так вот, если, Александр, ориентироваться на твой посыл, что все промышленники, предприниматели, жулики, да, ну вот мы как бы перешли в этот режим. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, что там у вас, жулики, вы что-нибудь полезного для страны-то делаете? И вот я как бы в этой ситуации хотел бы еще раз вернуться, вот я уже говорил, вот финансово-коммерческие показатели за полугодие нашего предприятия. Ну и, на мой взгляд, вот давайте посмотрим, как распределяется добавленный продукт между нами, жуликами, и теми, кто совсем ни с кем не жульничает, а, в общем-то, честно, государственно ведет дело. Итак, кто кого эксплуатирует? Предприниматель или бизнесмен, там, работников наемных, или кто-то все-таки другой их эксплуатирует, но пальцем показывает на того или иного предпринимателя. И вообще, кто не настолько жестко делает? Потому что с точки зрения, кто кого эксплуатирует, такое ощущение, что самые нежные, самые добрые и самые честные предприниматели у нас живут в Москве. Итак, посмотрим, кто же кого как эксплуатирует и где. Почему у нас самые честные, самые добрые, самые нежные предприниматели в Москве? Потому что там самые большие заработные платы, даже у мигрантов превышают зарплату у тех, кто работает в регионах с замкадом. И почему такие гадкие предприниматели, злобные, жестокие, жадные в регионах? Почему так? И правда ли это на самом деле? Но, на мой взгляд, все-таки надо правильно делать акценты, исходя из того, что как распределяется общественно созданный продукт. Неважно, в Москве, в регионах, и насколько справедливо он распределяется. Может, в Москве не потому большие зарплаты, что там предприниматели очень добрые, нежные, ласковые. Может, потому что там огромный кусок общественного продукта, созданный в России, распределяется так, что позволяет все-таки выкачивать еще и рабочие ресурсы из регионов. Может быть, в этом вся основная причина. Ну, ладно. Итак, пройдемся по нашему небольшому предприятию. Кто и как кого здесь эксплуатирует? Государство эксплуатирует нас, или мы эксплуатируем там рабочих, и так дальше. Итак, по нашему небольшому машиностроительному заводу, где сейчас работает порядка 600 человек. За первое полугодие 2023 года объем реализации 1 миллиард 714 миллионов рублей. Ого. Кстати, помните, да, у нас, когда я пришел, годовой объем был меньше 30 миллионов рублей, да? Вот сейчас за полугодие 1 миллиард 714. Хотя, я скажу откровенно, это не рекорд того, что мы делали. И почему не рекорд, почему мы не можем делать даже столько, сколько мы делали в прошлом году, я объяснял в предыдущих эфирах, когда говорил, что страна в виде решений правительства, Центрального банка и всех остальных сделала все возможное, чтобы производство в России продолжало падать, создавая искусственно
голод на оборотные средства. И тем не менее, итак, на 1 миллиард 714 миллионов рублей реализации начислено налогов на 1 миллиард 714 миллионов. То есть, итак, сколько же с этого объема из общественного исходного продукта мы отдали не в карманы на яхты кому-то там, а государству, которое должно исполнять те или иные свои социальные нужды. Итак, 788 миллионов рублей. Хотел сказать или половину примерно, да. Это 46% от суммы реализации. Поэтому, если кто-то, еще раз говорю, промышленностроение считает, что у нас реально кто-то пытается нас развивать, то еще раз, а как вы, где вы вообще в мире можете подобные проценты с высокой добавленной стоимостью, чтобы так снимало государство? Но это, опять-таки, еще раз не все. Все-таки, ну, бог с ним, с налогами, скажет, а рабочим-то вы что платите? С рабочими ситуация, вот я опять-таки смотрю финансовые показатели, средняя месячная заработная плата за полугодие. Ну, скажу честно, до Москвы мы не дотягиваем, но до региона, в принципе, у нас зарплата вполне себе так себе, 71 243 рубля. Средняя по предприятию. Причем, я скажу откровенно, в первой десятке высокооплачиваемых людей у нас 7 человек из цехов – это станочники. Так уж, если говорить про то, насколько там плюс-минус справедливо. Ну, а сколько станочник получает, можете сказать? Вы знаете, лидеры продаж могут получить в месяц и больше 300 тысяч. И даже больше. Но что делать? Сегодня это профессия дефицитная. Поэтому с этой точки зрения вопрос, кто кого эксплуатирует, тут тоже отдельный разговор. Но я не про это, мы сейчас немножко от юмора. Так вот, фонд заработной платы за полугодие составил без малого 250 миллионов рублей. Или 14% от объема реализации. Понятно, да? Вот, значит, и 46%, и еще 14%. То есть уже 60% так или иначе от объема реализации ушло на распределение в фонды, так скажем, потребление страны. Ну, это тоже не все. Мы же должны же другие социальные вещи делать. Так вот, мы работаем в том числе с малым и средним бизнесом нашего региона, которые у себя имеют людей, руководителей, собственников, рабочих так или иначе, которые тоже получают зарплату от того, что они делают для нас продукции. А вот сколько мы из нашего 1 814 000 работали, так вот мы закупили у малого и среднего бизнеса на 465 миллионов рублей продукции. Понятно, да? Если даже предположить, что там хотя бы 15% из этого объема, что мы купили, в этом объеме у них есть зарплата и налоги, а я думаю больше, то это уже будет, еще можно будет 70-80 миллионов добавить к той цифре. А почему вы думаете, что у них доля налогов меньше, чем у вас? Сейчас, ну, я не знаю, я так же... Невозможно уходить, невозможно. Это вам не 20 лет назад, нет. Хорошо, если предположить, что хотя бы треть, то это еще 120 миллионов. Итак, 120 миллионов – это еще процентов 8. Таким образом, это уже из объема реализации 68% мы уже отдали фонду распределения страны, так или иначе. 68%. Ничего себе. Нагрузка... Что-то как-то жульничаете вы слабо, Владимир Николаевич. Ну, опять-таки, давайте все-таки не будем забывать, что завод все-таки не может без электроэнергии, газа, отхода воды и тому подобного. Поэтому, кроме всего прочего, мы платим государству, монопольным компаниям, за электроэнергию, за газ, за отвод воды и тому подобное. Я даже не буду говорить, но это тоже прилично денег составляет. Но кто эти деньги берет? Это тоже зарплата, налоги, в том числе, так или иначе, туда же. Ну ладно, итак, 70% мы из нашего объема реализации отдали, так или иначе, в руки государства. Все или нет, спросите вы? Нет, не все. Есть еще банки и кредитные организации. А как же без них? Так вот, за первое полугодие мы заплатили кредитным институтам, выплатили 131 миллион рублей. Понятно, да? Это меньше еще 10%, 6-7% примерно, да. Итого мы с вами получили, что из-за нашего полугодового объема реализации мы отдали так или иначе в те или иные государственные, на государственные нужды и фонды порядка 75%, я посчитал. 77% от объема реализации.
А ведь еще у нас в реализации должны быть и другие расходы. Мы же должны металл купить, наконец, какой-нибудь, танки покупать, ремонтировать их должны. Ребят, значит, я вам скажу откровенно, мы еще умудрились при всей этой фигне получить прибыль почти 6 миллионов рублей за полугодие. Понятно, что на яхту их не потратить, не потому их на яхту не потратить, что яхту за эти деньги не купить. Дело в том, что за это время промышленная инфляция составила больше 12%, и, соответственно, для того, чтобы хотя бы компенсировать выпадение оборотных средств из-за инфляции, я должен найти примерно 200 миллионов рублей на то, чтобы хотя бы сохранить объем производства. Потому что промышленная инфляция съедает мою оборотку, которую нельзя компенсировать за счет выпадения оборотки из-за того, что банки забирают основные наши кредитные дела. А государство тоже не помогает, более того, уходит дополнительная нагрузка. Вот, ну и поэтому эти 6 миллионов... Нет, там много еще можно что добавить. Штрафы, например, от всяких там, значит, прокуратур, природонадзорных. Нет, ну я ж не могу сказать, что те штрафы, которые, безусловно, нас постоянно накладывают, это как бы то, что наши... Ну, не пришли... Нет, ну, они же бюджет идут, не на яхту, правильно? Вас должны обложить, поэтому это как бы... В эти расходы сумма не входит. И дальше возникает вопрос. Теперь... Государство, так или иначе, с нашего предприятия, которое получило рентабельность за полугодие 0,3%, сняло с реализации примерно 77% свои закрома. 77% забрало государство. Таким образом, рентабельность нашего предприятия для государства, а не для частного жулика, да, бизнесмена, так скажем, да, составила, господи, столько же она составила. 150 да? с чем-то процентов годовых. Да. Вот такое. Это наркотики отдыхают, Владимир. Вы понимаете, вот рентабельность для государства. Государство, которое имеет такое предприятие, по идее, с рентабельностью 150%, должно, по идее, все то, что находится у него в государственном распределении, а дальше мне говорят, подождите, почему я, злобный капиталист, буржуй несчастный, почему у меня зарплата у людей больше, чем у государственных школах, детских садах, медицинских учреждений? У нее же рентабельность у страны выше сотни раз с нашего предприятия. Если нас так откладывают, почему? Если такие деньги государства, почему у нянечек, у садах и у медсестер в больницах нищенские зарплаты? Почему так? Ведь вы с каждого рубля 77 рублей забрали, так или иначе, как минимум. Каждой сотни рублей 77 рублей. Да, 77 рублей. Я понять не могу, каким образом. И дальше возникает вопрос. И кто в этой ситуации... Кого правильно назвать в этой ситуации эксплуататором? Людей, которые находятся на этой территории. Я нахожусь как в лице эксплуататора, или я в числе тех, кого тоже эксплуатируют? Александр, ты же знаешь, мой рабочий день начинается в 7. Я в Москву позвонить в 10 часов не могу, потому что там еще люди спят. Нет никого на работе, да. Потому что там нежные буржуи, они своих людей любят. Там работать не надо. Можно я эмоциональную ремарку сделаю? Вот для аудитории Владимира Николаевича, все меня там почему-то журналистом считают. Нет, ребят, я тоже производственник, как Баглаев. И то, что я веду канал, и то, что Баглаев на нем выступает, это наша общественная работа. И я коротко буквально добавлю, как я дошел до жизни. Такой вот канал стал делать. Случайно как-то попал на выступление госчиновника Михаила Зиновича Юрьева, который возглавлял известный вам, Владимир Николаевич, информационно такой аналитический проект «Главтема». Это давно было, с «Маяка», начиная там с каких-то там, с 2000-х годов. И вот он на конференции, которую я случайно прослушал. Ему задали вопрос, а как вы относитесь к этим самым недобитым коммерсам там и так далее, производственникам? И он сказал следующее. Вы знаете, эти люди, они мне напоминают комбатов Второй мировой, Курская дуга, вот их поставили в оборону, но только снарядов им не дали.
Понимаете, у меня такой ком к горлу подкатил, Владимир Николаевич. Я вот, ну, у меня все то же самое, что и у вас. То есть все, что у меня есть, это все там в десятки, в сотни раз меньше того, что я отдал. Чтобы там зарплаты учителей были нормальные там и так далее. И я вот стал с этих пор вести канал, потому что... И когда я слышу такое, причем от нашего руководства, знаете, хочется просто хлопнуть дверью или взять ключ от своего предприятия, зайти куда-то, я не знаю, в Госдуму, сказать, вы такие умные, да, и вы такие моральные, вот вам ключ, управляйте. И ровно через две недели предприятие закроется, и люди окажутся на улице, и там, значит, и компетенции не будет таких, которые я осуществлял или вы осуществляли. Вот, извиняюсь, немного сбивчиво, но вот решил вас дополнить немножечко. Вы же... Я, на самом деле, все понятно, у меня на заре, так сказать, моей мигрантской работы был эпизод, когда меня пригласили работать на один из заводов очень крупного холдинга, так скажем, транснационального, и директором одного из заводов. Вот. И одним из пунктов в моем контракте, я настоял, был пункт, что я имею право не выполнять решение совета директоров собрания акционеров в течение 365 дней после назначения меня на пост директора этого предприятия. Это был уникальный пункт в контракте в принципе, а для такого холдинга особенно. Но фишка стояла в том, понятно, что по закону о акционерных обществах это нарушение закона. Но мы прописали, что если в рамках исполнения закона об обществах общество будет настаивать на выполнение решения совета директоров и собрания акционеров, я имею право увольнения в течение одного дня с компенсацией золотого парашюта более чем приличной, так чтобы никому не было обидно. А почему было согласие на такое жесточайшее условие? Потому что предприятие, которое я принимал, находилось в таком состоянии, что, в принципе, хуже быть не могло. И все, что я просил от тех, кто меня на этот проект вызвал, ребят, вот этот год просто не лезьте. Никто сюда не лезьте. Вот. Через год я предприятие сдал 10% рентабельности, объем производства вырос 2,5 раза. И, в принципе, оно до сих пор работает, что... Ну, в какой-то мере меня тоже радует. Почему? Потому что могло и не пережить тот непростой год, который я тогда пришел. Вот поэтому момент, что в какой-то, что со стороны советников всегда хватает, это да. И если уж говорить про советы, ну, я не могу. Сейчас это уже больной вопрос, вот реально больной вопрос. Появился вот новый проект, так сказать, «Чистый воздух». Красивое название «Чистый воздух». И вы знаете, и когда это название появилось, я воспринимал ее, ну, нормально, почему бы и нет, надо заниматься экологией и так дальше. Но сейчас я все больше вспоминаю родственницу Ротшильдов, Грету Тунберг, когда я получаю вот такие пачки в неделю документов из природоохранной прокуратуры, из Министерства природы и все остальное, что и как мы должны делать. Вот чисто Грета Тунберг. Вот она даже отдыхает. Просто другое дело, что наши немножко выглядят более презентабельно, чем она. Но фразы и все остальное, вот меняешь любое лицо на Грету Тунберг, и ты понимаешь, о чем они говорят. То есть вот при том, что наше предприятие из 100 рублей 77 отдает государству, нас, в общем-то, машиностроители стимулируют закрываться немедленно. Объясню свою позицию. Итак, значит, понятно, что заниматься экологией надо. Кто же против? Никто не против того, чтобы воздух был чистый, люди были здоровы. Это понятно. Поэтому разработаны те или иные нормативы, которые называются предельно допустимая концентрация вредных веществ, так или иначе, и безусловно, это никто не оспаривает, необходимо в эти нормативы вкладываться. Их не надо повышать ни в коем случае, потому что это жульничество. Но те, которые разработаны, в них надо попадать. Почему? Потому что более концентрации – это вредно. Это понятно. А теперь о чем говорит проект «Чистый город»? В городах страны, где есть промышленность, там, где нет промышленности, вы хоть себе на голову что-нибудь положите, неважно. А вот где промышленность, необходимо к 30-му году в 2 раза снизить выбросы. Не подрекавайте, а в 3 раза снизить выбросы от производств. Понятно, да? Как хотите. Если вы не будете этого делать, штрафные
оборотные штрафы до 10% от годового оборота предприятия. Ну, по сути дела, это закрытие и уничтожение предприятия. Но на вопрос, государство собирается? Нет, я допускаю, что можно, наверное, придумать какие-то те или иные дополнительные моменты с очистными сооружениями и все остальное. Но вы мне скажите, а из каких источников это делать машиностроителям, перед которыми стоит задача заниматься импортозамещением, где-то как-то привезти станки, которых нет в стране? Где надо найти какие-то ресурсы на эти станки? Обойти санкции через пятое колено? Через Африку, через Нигерию везти китайский станок, иначе не проведешь. Ребят, я пытаюсь понять, откуда надежда на то, что в стране появится импортозамещение. Банк центральный в течение года в абсолютных выражениях снизил кредитование промышленности с учетом инфляции примерно на 15%. Оборотные средства предприятия ушли. Уже сложно хотя бы уровень производства поддержать на старых объемах. Надо импортозамещением заниматься. Только по оборотке. А основные фонды еще покупать. И в этот момент вам говорят, все, ребята, закрывайтесь. Если кто-то думает, что я преувеличиваю, вот буквально недавно у нас в мэрии 26 июня в режиме ВКС проводилось большое федеральное собрание, в котором выступали представители Минприроды, ну и представители, так сказать, такого проектного офиса, федерального проекта «Чистый воздух», в котором обсуждалось, а как в принципе обеспечить какие-то импортозамещающие проекты и рост производства в ситуации, когда надо к 30-му году снизить выброс. Вот как это сделать? И я не буду называть компании специально, но очень одно большое предприятие, так скажем, Уральского региона, очень большое. Руководитель задал вопрос. Скажите, нам сейчас Минпром и другие очень важные, полезные организации поставили задачу срочно освоить такой вид продукции, такой-то, такой-то, и нам для этого необходимо максимально быстро построить два цеха, запустить работу. А как быть с квотами на это? На что и сказали? Это нужно ли проблемы для них сделать исключение? Да, да. То есть он это ваши проблемы. Вы не должны превышать те квоты, которые были в 2017 году. Как? Более того, вы должны все равно к 2017 году снизиться в два раза. На вопрос, а как тогда СВТЭХ открыть? Закрывайте старое. Снижайте производство другого чего-нибудь. Ребят, вы оцените красоту игры. Под лозунгом «Здоровая экология, чистый воздух» сейчас происходит саботаж развития промышленности в стране. Даже по оборотным отраслям не делают скидку никому. Вы компонентную базу собираетесь развивать в стране? Нам говорят, да, развивайте производство комплектной базы. Не все нам в Китае покупать. Наверное, не все. А дальше возникает вопрос, а как это делать? Надо же строить цеха. А чтобы строить, надо старые закрывать, которые работали. А на что будет работать? Из чего? Людей куда девать? Это сам. Вы такие на прошлом форуме литейщиков, не металлургов, литейщиков. Надо не путать металлургов и литейщиков. Литейные заводы собрались и говорят, ребят, в стране нет литья совсем. Все литье у нас почти приличное, завозное. У нас нет нормального литья, качественного литья. Необходимо. У нас не... А машиностроение без литья не бывает. Если у вас литье завозное, импортное, значит, у вас и машиностроение импортное. Это даже не мебель, если у вас хотя бы литья нету. Потому что даже для автомебели нужно литье. А если у вас нет литья, значит, у вас даже мебели автомобильной нет. Это вообще сборка туземная. Туземная сборка абсолютно. Даже возникает вопрос. Хорошо, машиностроение вы обложили. Следующие переделы по литью развивать не, ну, нельзя без литья. А как вы будете? Если вы закрываете один литейный завод, вы должны закрыть другой литейный завод. Или как? Откуда объемы возьмутся? То есть у меня есть четкое убеждение, что с точки зрения ЦБ, мы получаем, безусловно, враждебное решение по уничтожению нашего производства. Это вот просто. Что касается здоровья, я пропущу. Каждый из вас сам прикинет соответствие наших национальных интересов международных. С точки зрения зеленой повестки. Ребят, мы же уже знаем, нам уже объяснили даже либеральные специалисты, особенно Чубайс. Мы же все Чубайса любим, уважаем как человека честного,
который сказал, что если Россия не перейдет на нормативы зеленой повестки, нас обложат таким налогом зеленым, что страна рухнет. Поэтому производство надо закрывать. Забыли его выражение 2,5 года назад примерно это было. Он сказал и поехал. Ребята, я вас предупредил. Ну, хрен бы с ним. Я извиняюсь, это его больное воображение. Но почему это больное воображение сейчас вот в Минприроды становится... Оно превратилось в федеральный закон. Причем федеральный закон на самом деле говорит это как о эксперименте. А дальше возникает вопрос. А по этому эксперименту мы должны уничтожить предприятие промышленной страны. Эксперимент удался или не удался? Если мы предприятие уничтожили, а выбросы снизились, соответственно, в 2 раза, это удачный эксперимент или нет? Давайте обозначать эти эксперименты. Если в рамках этого эксперимента неизбежно происходит уничтожение промышленности, а я хочу понять, самое интересное, вы понимаете, вот по больным вопросам, если пройтись, казалось бы, мне кажется, что я говорю очевидные вещи, и тут вопросов-то не возникает. Но нет. Я бывал на этих каналах, сталкивался в дискуссиях с альтернативно одаренными специалистами, которые давали рекомендации о том, как правильно поступать в плане развития экономики, производства и экологии. И на вопрос о чистом воздухе, да как же, конечно, обязаны, пускай вкладываются. Ребят, я не возражаю. Вы мне источник складывания. Если кто-то из тех, кто рекомендует, намекнул на транснациональные компании, секундочку, вот здесь я как бы не против. Но вы сейчас определите разницу между Северсталью, скажем так, и нами, маленьким предприятием машиностроительным. Я уверен, что с транснациональными компаниями ничего не произойдет. На них положат транснациональный зеленый налог, который уйдет в Америку. И все будет хорошо. Так вот, зеленый налог, который вводится в Минприроды, это не в пользу государства, ребята. Это в пользу как раз очередных налоговых поступлений не нашей страны. Если вы проследите цепочку. Потому что эти деньги, что после этого, когда у нас будет экология, как в бразильских лесах, вы будете жить как в Швейцарии? Нет, вы будете жить как... Индейцы в Бразилии, в этих самых лесах, экологично потребляя и под себя ходя. Причем свечку вы будете ловить точно так же, как во Вьетнаме до недавнего времени, или Таиланде, если кто-то там был. Вполне себе люди пользуются. Я еще хочу добавить, но то, что вы об этом говорили. Я не могу не зачитать один момент. Просто хочу. Ну, вот бумага, которая говорит о том, что даже если вы попытаетесь что-то сделать, мы вас все равно поймаем и закроем. По итогам совещания под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Козлова, состоявшегося в мае 2023 года, по вопросам реализации указа президента России от мая 2018 года номер 204 и выполнения мероприятий комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздух в рамках реализации и так дальше, прошу предоставить в проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» перечень мероприятий, направленных на снижение выбросов дурно пахнущих веществ. Это я специально написал. Вот. Есть вредные вещества, я понял. А что называется? Найдите, пожалуйста, определение дурно пахнущего вещества. Найдите определение, как вообще его понять. То есть к вам любой умник придет и скажет, а мне у вас дурно пахнет. Вы подмышками мыли или нет? Если не помыли подмышками, мы вас закроем. Я, конечно, утрирую, но елки-палки. Это и находятся люди, которые... Ну, как красиво звучит, зеленая повестка, чистый воздух. Ребята, уже никому не секрет, что Грета Тунберг – это проект... Не просто за кулисы. Она и родственна стоит там Хрошельсу. Они признали ее родственную связь. Это уже есть. И дальше возникает вопрос. Вы не находите никаких взаимосвязей по этому поводу? Ни у кого ничего в голове не щелкнуло? Так не бывает, чтобы мы жили в джунглях экологических, а у нас были атомные бомбы, а не стрелы. Насчет джунглей, Владимир Николаевич, Лыков, строку позвольте вставить. Вот у нас передача экспертная, мы, значит, все будет по порядку. Определим сначала точку, или вернее сказать, знаете, как место, в котором мы оказались, так, наверное, будет правильно. Потом будем понимать, как из этого места выбираться. Но я вот хочу, раз вы про джунгли вспомнили,
Мне сразу музыка навеяла. Новостной пункт такой. В нашей северной столице проходил представительный форум «Россия и Африка». Для внимательного глаза и уха там было много интересного. Значит, много чего пошло не так, как ожидалось. Были неожиданные и острые высказывания то ли в адрес страны, то ли в адрес ее руководства, неважно. Но меня заинтересовало другое. Друзья, на экране вы видите сравнительную таблицу товарооборотов крупнейших мировых игроков с этой самой Африкой. Мало того, что доля России сравнительно мала, так она еще и уменьшается, как видно из этой таблицы. Владимир Николаевич, а это вот не связано случайно с вот этим джунглевым подходом? Почему мы туда меньше поставляем? Давайте так, значит, хороший вопрос. Ну вот у меня жизнь была в этом плане тоже интересная. Свое детство раннее, так сказать, я провел как раз в Африке, в Северной, потому что мой отец был сервисным инженером в Северной Африке, и мы там несколько лет болтались по этим северноафриканским территориям. Мы там продавали не уголь, и не нефть, и не газ. Мы занимались обслуживанием наших советских, белорусских БелАЗов. Понятно, да? Мы туда поставляли сложную техническую продукцию. То, чего в Африке не было. В Африке есть все. Сырье, материалы, там, природные богатства, наверное, не меньше, чем в России. И население в Африке без малого 1,5 миллиарда человек. 1,4 миллиарда человек. Понятно, да? То есть там есть очень богатый континент. Очень богатый континент. Там есть, но там нету технологий. И когда их там не было, СССР туда их поставлял, технологии. Сейчас мы опускаемся на уровень Африки по технологиям. У них есть свое сырье и материалы, и у нас есть свой материал. Зачем им у нас покупать то, чего у них и так с избытком хватает? Что мы можем африканцам предложить? Какие новые технологии, которые им надо для развития? О чем мы можем говорить с точки зрения того, у нас... Мы не можем им предложить того, что необходимо для развивающейся страны, потому что мы перешли в разряд того, что нас с Африкой можно сравнивать. Вы можете, конечно, со мной не согласиться. Давайте я вам процитирую фразу очень интересного молодого офицера Ибрахима Траоре, который, в принципе, был участником в 22-м году, осенью, интересного такого мятежа, в Буркина-Фасо, после которого они, в общем-то, куколок и компрадоров французских оттуда выкинули, да, и вот немножко я, наверное, все-таки раскрыл карты, но все равно я прочитаю, а вы найдите два отличия между тем, что сказал он, и тем, что можно сказать про нашу страну. Мое поколение спрашивает, как вышло, что Африка, в землях которой столько ресурсов, только воды, солнца и всего остального, сегодня самый бедный, голодающий континент, и глава его государств едет по миру, клянча милостыню. Заменяйте слово «Африка» на Россию, и, в принципе, я думаю, ничего нету. Он говорит, нет ответа. Сегодня у нас есть шанс дать нашим народам лучшее будущее. Сегодня мы сталкиваемся с самым варварским и жестоким формами неоколониализма. Нас по-прежнему делают рабами. Наши предшественники научили нас, что раб, не способный бунтовать, недостоин жалости. А многие главы африканских государств, безразличных своим народам, подпевают империализму, ставших, по сути, его министрами, и с ним обращаются как с людьми второго сорта. Говорить здесь об этом позорно, но нужно. Нам необходимы лидеры, которые перестанут вести себя как марионетки, угодливо танцующие под дудку империалистов. Наши народы сказали «баста», «слава нашим народам», «достоинство нашим народам» и так дальше. Ребят, заменяйте в этой фразе слово «Африка» на «Россию» и найдите два отличия. И дальше возникает вопрос, мы же с ними почти одинаковы. Ну, некоторые скажут, ну нет, это никакой одинаковое, там тепло, Владимир Николаевич, а у нас холодно. Нам так, извиняюсь, дурковать нельзя. Есть еще одна параллельная веточка, которую я, безусловно, из своего опыта должен привести. Значит, помните, я вам рассказывал на одном из совещаний в Госдуме, которое проводила «Справедливая Россия». На одном из докладов эксперт докладывал интересные цифры, что, по-моему, за 2021 год, если не ошибаюсь,
Он приводил такие цифры, что в Германию Россия отгрузила природных, ну, своих там ресурсов на 20 миллиардов евро. Из этих 20 миллиардов евро Германия смогла произвести продукт с добавленной стоимостью в 2 триллиона евро. И это мы рассказывали о том, что, ну вот, почему, как говорится, на том продукте добавленной стоимости страна развивается. Казалось бы, к чему я это все сказал? А вот теперь я процитирую другого нашего коллегу по несчастью. Глава Уганды, который возглавляет страну с 1986 года, сказал следующее. Как пример зависимости несправедливого положения Африки, президент Уганды привел ситуацию с кофе. Объем мирового рынка кофе составляет 460 миллиардов долларов в год. Но на страны, которые выращивают кофе, приходится всего лишь 25 миллиардов. А на Африку ничтожные 2,5 миллиардов, то есть всего лишь 0,5% от мирового рынка. В то же время Германия, как специально для того, чтобы у нас было чем сравнить, которая не выращивает кофе, зарабатывает на кофейном бизнесе, то есть производит добавленную стоимость из этого сырья, 6,8 миллиарда долларов США. Больше, чем в 2,5 раза, чем весь африканский континент. А теперь найдите мне разницу между этой африканской зависимостью и нашей страной. Только там мы поставляем кофе, а мы поставляем нефть и газ, никель и медь. Мы такие же уже туземцы для всего этого. И если кто-то думает, нет, ну что вы, мы, конечно же, не такие. Они африканцы, они там бегают в повязках, там все остальное, все не так. А вот ничего подобного. Ребят, может быть, что-то как-то надо более объективно оценивать в своих возможностях и в своих достижениях. И если достижения не заслуживают, то, ну, того, чтобы ими гордиться, может что-то предпринимать. Хотя, если честно, вот если, простите, посмотреть стенограммы выступления лидеров, которые к нам приехали, африканских, любого, то я совершенно не вижу разницы между положением, зависимым в этих африканских странах и того положения, в котором находится наша страна. Меняешь страну название на нашу Россию и получаешь один в один. Но они понимают, что это зависимость колониальная и пытаются с этим бороться. А мы нет. Мы делаем вид, что мы суверенны. Ну так, о нашем суверенитете. Давайте по порядку, Владимир Николаевич. Я понимаю, у меня тоже что-то эмоции, честно говоря, распирают. Но мы должны оставаться на экспертном уровне. Я вам зачитаю кое-что, раз уж вы нам там почитали пару интересных документов. Ознакомился я со статьей нашего академика Аганбегяна под названием «Три главных социально-экономических вызова, стоящих перед Россией, и 15 ответных шагов». В этой статье он так определяет точку или место, правильнее сказать, где мы сейчас находимся. Начало цитаты. «Новой России более 30 лет. За это время, с 90 по 21 год, ее экономика, валовый внутренний продукт, увеличилась всего на 17%, в то время как экономика стран Евросоюза выросла примерно в 1,5 раза, а это моя ремарка, это развитые страны. То есть для них это очень приличный темп роста. Экономика США в 2 раза, постсоциалистических стран Европы, новых членов ЕС в 2,5 раза, развивающихся стран мира от 3 до 5 раз, Китая даже в 7 раз. По размерам экономики Россия топчется на месте. К тому же при увеличении реальных доходов населения в среднем на 33% разница в среднемесячном душевом доходе 10% самого зажиточного населения и 10% самого бедного населения увеличилась с 3-4 раз в советское время до 15 раз. Так что благосостояние 40% населения не увеличилось. У 30% населения уровень жизни снизился. Зато у 20% относительно богатых людей он повысился в 2 раза и более. Именно за счет их в основном и произошел средний рост реальных доходов, ниже которого получает 70% россиян. Половина семей не имеет автомобилей и современных предметов длительного пользования, 40% живут без сбережений, влезая в долги, которые им трудно оплатить, занимая деньги у банков под 15-20% годовых. Они часто не могут пользоваться возможностями экономической свободы, предоставляемой рыночной экономикой, из-за недостатка средств. Их уровень здоровья и продолжительность жизни, что мы там про экологию говорили, да, с советских времен не выросли, а сократились. Не улучшилось образование, уровень потребления высококачественных продовольственных продуктов
молочных, мясных и рыбных заметно снизился. За 30 лет нам не удалось создать развитую рыночную систему, социальное государство, обеспечить достойный уровень жизни подавляющей части населения. К тому же мы подорвали сохранность народа. Вместо естественного прироста населения за счет превышения рождаемости над смертностью, как это было в послевоенное советское время, мы имеем демографический кризис, когда смертность превышает рождаемость, идет депопуляция коренного населения и сокращается его численность, которая уже на 3 миллиона человек меньше, чем в Советской России. Конец цитаты. Есть что добавить? А что добавить? Ну, скажем так, промежуточный итог того, как страна управлялась 30 лет. Я думаю, что кто-то будет спорить с этими цифрами, вряд ли. Мы с вами уже озвучивали, что по темпам роста нашей экономики, наша страна с 90-го года растет в год менее чем 0,8% ежегодно, в среднем. И занимаем порядка 150-го места в мире. То есть вопрос, если есть развитые, есть развивающиеся, в отрицательную зону страны, мы, наверное, сюда входим, так по большому счету. И не случайно мы сегодня радуемся тому, что у нас саммит с Африкой проходит почти на равных, а не другими странами, потому что мы так развиваемся. Вы себя не обманываете. То, что мы постоянно, хотя тут обманывать, мы уже давно признали, что мы вышли из разряда индустриальных стран, вышли. Мы развиваемся как сырьевой придаток, то ли Запада, то ли Востока, а теперь уже, возможно, и Юга. Мы сырьевой придаток. Значит, не надо себя обманывать. В этой ситуации нам не нужны образованные люди. У нас количество людей, которые работали в обрабатывающей промышленности, упало в 2,5 раза. 2,5 раза. Зачем образование? Если у вас нет промышленности, науки, образование вам зачем? Курьером работать? Или чем будут заниматься люди с высшим образованием? Владимир Николаевич, давайте четко, да, причины топтания на месте прям можете перечислить? Я скажу свою мысль и свои выводы. Причина топтания на месте, я знаю, вы всегда это не стремитесь поддерживать, но я уверен, страна находится, безусловно, во внешнем управлении. Соответственно, своих целей развития страна не имеет. Есть целеполагание внешних сил. В рамках целеполагания внешних сил, я не буду говорить, какие там эти цели, это отдельный разговор большой, здесь, в стране, поставлены определенные правила, условия, смотрящие, которые, безусловно, позволяют достигать определенные цели при осуществлении мероприятий, которые ставятся этими самыми внешними силами. Центральный банк, зеленая повестка, чистый воздух, программа образования, которая на самом деле не вчера у нас внедрялась, или деобразование. Это все в рамках очень комплексной, хорошо продуманной программы. Кстати, культурная ломка в том числе. Ведь что делать с культурой, с нашими ценностями, которые мы якобы должны защищать? Это отдельный разговор. Это настолько комплексно все происходит. И на каждом месте сидит тот или иной чиновник, министра, замминистра, даже другие руководители, которые, ну, вот захочешь столько навредить, они навредят, они не вредят, они просто достигают тех или иных целей. Вот в чем вопрос. И это неплохо, не хорошо, просто надо, если кто-то верит, что-то не так, не верьте. Скажите, что я вам не возражаю насчет внешнего управления, но я вот подготовил специально к нашей беседе, у нас экспертный уровень, несколько конкретных моментов, которые никак не относятся ни к колониализму, ни к там интригам за кулисы. Я вам их просто вот буду называть и будем с вами их смотреть. У меня было в начале работы над каналом первое и единственное интервью с Андреем Мовчаном, известным финансистом, экономистом, ну, такого либерального толка. И он, говоря о том, что мешает развиваться экономике, на первое место, вместо вот низкого коэффициента монетизации экономики, которая, ну, тогда, 4 года назад, это была превалирующая точка зрения на причины наших бед. Что у нас просто реально мало денег в экономике. Вот. Так он говорит, я бы на первое место поставил чудовищно изменчивые правила игры в нашей экономике. Звучит не очень понятно, приведу конкретный пример. Я, друзья, опять говорю для аудитории Владимира Николаевича, никакой не журналист,
я своими руками физически строил цех на ровной лесной полянке. Значит, для этого нужно было приобрести участок земли промназначения, мне его выделили, и земельный налог на него тогда был 20 тысяч рублей в год. Значит, ставка налога не увеличилась, но буквально через полгода я еще даже строительство не успел начать. Переоценили кадастровую стоимость этого участка, и он стал стоить 320 тысяч рублей в год. Значит, пустячок, а приятно. То есть с самого начала мое технико-экономическое обоснование цеха поплыло. Я рассчитывал работать на собственных площадях, без аренды, чтобы это там позитивным образом отражалось на себестоимости продукции. Нет, такой возможности не дали. Ну вот, так кто тут нечестно играет? Это что, Госдеп, что ли, нам кадастр пересмотрел? Ну, давайте так. Значит, смотрите, мысль о том, что случайный чиновник решил нечестно поиграть и все испортил на производстве и в экономике, я в это не верю. Дело в том, что именно изменчивость в том числе, она, в принципе, враг чего? Изменчивость враг сложных. То есть там, где плохо живется, живут только микробы. А там, где более-менее нормально, появляются млекопитающие. Да? То же самое и в экономике. Там, где все меняется очень быстро, кипит, выживают только микробы. Чтобы сложные заводы возникали, сложные технические, должна быть более-менее стабильность в окружающем мире. Поэтому вопрос о том, что это какой-то один гадкий чиновник взял и все поменял, а все остальные чиновники удивились, не поняли и не сообразили, что происходит, я в эту ерунду не верю. Я считаю, что в том числе накручивание вот этих постоянных колебаний курсов, налогов, изменения ставок, под разговор о том, что налоговая база не будет увеличена, увеличивается в 2,5 раза другими путями. Это все не что иное, как для такого рода проекты, они приобретают такое брендовое название «чистый воздух». То есть, иллюзионная повестка. Красивое название, за которым скрывается мероприятие по уничтожению экономики страны, его промышленности и производства. Красивое название. Красивое название очередное. Мы для чего вообще повышаем налогообложение? Для того, чтобы поднять уровень обеспечения социально бедного населения в стране, верно? Ну, мы уже сколько раз подняли. Да, я не против. Нет, но... повышение налогов на нефть уже было такое, а вы только что дали статистику, в котором повышение налогов не привело на самом деле. К увеличению доходов большинства населения. Да. Да. Более того, даже когда мы по среднему берем, не очень получается. Если берем по процентам, то получается, что у нас количество людей не очень богатых стало больше, чем очень богатых. И дальше возникает вопрос, как же так? Но если вопрос есть, это вам Герману Грефу, который на прошедшем питерском форуме сказал, ребята, доказано даже для нас, для либералов, доказано. Если вы хотите снизить уровень промышленного производства и создания добавленной стоимости и, соответственно, генерацию налогов в стране, повысьте налоги, и у вас не будет ни налогов, ни производства. Даже Греф сказал, ну, признался, ну что-нибудь, услышьте Германа Грефа, тут-то он прав. Он проектировал хоть советские, хоть наши западные учебники, да, встать в любой, и там все равно нам повышают. И сейчас возникает, опять-таки, вот, опять же. Нет, бог с ним, с Грефом, можно им эмоцию, да, мне кажется, она будет к месту, значит, я с вами. Нет, еще момент, а у меня вот есть корреляция, повышение налогов произошло, и тут же произошло увеличение объема вывода капитала из страны. А это вот незамовязанные вещи. Да, и одновременно с этим произошло снижение инвестиций в основной капитал там и так далее. Укоротились почему-то производственные циклы сложных отраслей экономики. Но сейчас мы это подробнее разберем. Я с вами делился. Один умник, значит, из одного известного канала, на котором вы тоже как-то там выступали, сказал мне, ну правильно, что государство вас, барыг, давит налогом на землю. Оно хочет, чтобы этой землей владел эффективный собственник, а не всякие недоразумения, типа тебя, Бобылев. Честно скажу, я вот, занимаясь своим делом, я жизни не видел, Владимир Николаевич, она у меня пролетела, как дед Гришака в «Тихом Доне» сказал, пролетела жизнь, значит, как сполох, как зорница летняя.
Я жизни не видел. Сначала наезды бандитов, потом жизнь от дефолта до дефолта, потом наезды чиновников, у вас вот природоохранная прокуратура. Знаете, я когда такое слышу, помните, как в песне Высоцкого было? Если бы не был я калека и спускался с койки вниз, я тому, который слева, просто горло перегрыз. Вы мне скажите, на нашей 1/8 части суши зачем налог на землю? Которого даже торговые центры в любимой вашей Москве не выдерживают. Давайте так, с точки зрения того, что жулики не жулики. Значит, мы начали нашу беседу с того, сколько со 100 рублей произведенной продукции предприятие сложного передела отдает государству обратно. И я вам показал, что за первое полугодие из 100 рублей, из 100 рублей продукции 70 рублей наш завод отдал государству. Понятно, да? То есть вопрос об эффективности управления в данной ситуации активами для меня следующий. Ребята, а сколько надо отдать, чтобы этот вот альтернативно одаренный сказал, что, ну, наверное, все-таки эффективный собственник находится на этом клочке земли? Это первый момент. 120% надо отдать от оборота. Сколько надо отдать? И каких инвестиций вы в этом ждете? Кстати, самое интересное, вот, продолжая нашу беседу о том, что со 100 рублей 77, я ведь скажу, что с того периода, когда предприятие практически находилось в состоянии нестояния полного, так скажем, да, с тех пор промышленная, производственная площадь предприятия выросла на 70%. Это первое. Второе. Станочный парк увеличился в 12 раз. Были поставлены новые литейные печи. И еще один момент. Дело в том, что, опять-таки, возвращаясь в 90-е годы, в нашей промзоне практически все наши коммуникации централизованные, подача газа, тепла, воды, канализации, все было приведено на те или иные офшорные дела. Специально обученные молодые ребята получили собственность в разных островах. И лет через 20 все это грохнулось. И какой-то момент, когда мы только-только начали вздыхать, вдруг оказалось, что больше газа у нас на заводе не будет, потому что компания, которая централизованно поставляла газ в промзону города Череповца, рабочего, промышленного, сказала, мы банкротимся и больше не поддерживаем газовую трубу. А это опасный объект, понимаете? И оказалось, что промзона осталась без газа в рабочем городе Череповце. Дальше возник вопрос. Значит, насчет вот того, вы думаете, налоги на землю упали в этот момент на этой территории для эффективных или не очень собственников? Ничего подобного. Но были попытки там через прокуратуру туда-сюда, все сказали, ребят, у нас все по закону, они имеют право обанкротиться. А то, что они 20 лет все гнобили, гробили и выводили бабки на остров, ну, это тоже по нашим действующим законам. Значит, вот теперь вопрос жульничества. Что мы сделали? Понятно, что без газа завод бы умер. Понятно, мы попытались как-то договориться, чтобы этот все-таки газ появился. Все сказали, это хотите, покупайте, стройте себе свой газопровод. Понятно, да? Газопровод – это проект, это все долго. В общем, мы выкупили трубу, как металлолом. Понятно, да? Не компанию. Причем эта труба металлолом была зарегистрирована собственником какой-то далекой деревни, куда ни дорог не было, ни тропинок, ни одна налоговая инспекция не проехала. Но, тем не менее, там стояло два дома, на одном из них была зарегистрирована эта труба газовая. И вот мы этот полуподпольно, по этому металлолому, который учится к металлолому, газ получали. За этот год мы успели за свои деньги построить газопровод. Сделать проект, это все не быстрая история, да, понятно. Понятно, да? Все понимали, что происходит, поэтому кто-то закрывал правый глаз, кто-то закрывал левый глаз. Завод через год перешел на свой газопровод. Но сейчас по коммуникациям отдельно поговорим. Мне кажется, здесь есть более... Особенно из тех, кто вообще вот рассказывает о том, что есть эффективные, неэффективные. А кто тут эффективный управленец в стране, в городе, в области, который вообще допустил, что на таких объектах, важных для района, сидел эффективный бизнесмен. Он и сейчас эффективный, он перешел в другие виды бизнеса, бабки, которые оттуда выведены, они в городе работают очень неплохо. Про коммуникации поговорим, это отдельная болевая точка. Вот смотрите, насчет все-таки денежного голода. В старой главтеме об этом
говорили как об основной причине наших бед. А я вот как раз вспомнил о Мовчане. Значит, там был очень яркий такой момент нашей беседы. Я его спросил про денежный голод в экономике в нашей. Он очень удивился и сказал: слушай, Саш, денег в мире поешь. Что тебе мешает взять их, да, эти мировые деньги, и профинансировать свой цех? Со временем индукции ноль. Я ему сразу же ответил, этот ролик есть на канале. Мне мешает взять эти деньги условия кредитования. Не бери в Сбере, сказал Мовчан. Возьми в Дрезнербанке, там низкий процент, я тебе точно говорю, как финансист. Вы шутите, спросил я Мовчана, опять с таким же временем индукции ноль. Даже если этот немецкий банк устроит мой залог и другие риски, связанные с ведением бизнеса в РФ, значит, этот кредит будет валютным, а с нашим стабильным, в кавычках, рублем я вылечу в трубу. Воскликнул я. Сказал хитрый Мовчан. Значит, дело не в денежном голоде, верно? Еще раз задам вопрос. Где здесь собака порылась? Кто тут жульничает? Еще раз отвечаю. Значит, дело в том, что Центральный банк России, никакой не Россия, он Центральный банк, это филиал ФРС. И компания, уже я понимаю, что в данной ситуации это избитая фраза, но уже количество экспертов высокого уровня, которые обладают уважением и репутацией, как экономисты, финансисты в России и за рубежом, которые четко говорят о том, что Центральный банк России является совершенно полным проводником всех целей и задач, мероприятий, которые обозначаются Международным валютным фондом и Международным банком расчетов. Это уже все говорят. Возьмем более близкий пример. Когда Великобритания зашла и была еще, так сказать, хозяйкой Соединенных Штатов Америки. Вы помните, какие ограничения по производству непосредственно Великобритания для США делала? По чугуну, по всему остальному, ведь запрещено было заниматься выплавкой чугуна в Америке, не говоря уже о более сложных изделиях. И США именно поэтому, потому что не разрешали, ведь США получала независимость не для того, чтобы быть независимой, а для того, чтобы можно было развиваться, свою промышленность развивать. И этого бы не было, если бы они не освободились от колониальных англичан. И до сих пор они тут друг другу в обиды припоминают, так скажем откровенно. А теперь найдите две разницы. Что не так? Задача уничтожить производство. Если до этого у нас должна быть кредитно-денежная политика, которая не позволяет развиваться, вы только что сказали, 18% темпа развития роста за 30 лет. За 30 лет. Ужас. Ужас. И никто не виноват. И все по правилам. Все по книжкам. По чьим книжкам. Вот насчет США, кстати, вот вы не любите вникать, вернее, заходить глубоко в политические контексты наших экономических проблем. Помните лозунг североамериканских колонистов, значит, в их конфликте с, скажем так, с метрополией? Нет представительства в британском парламенте, имеется в виду, нет налогов. Вот вы там отдаете 8 рублей из 10. А у вас есть политическое представительство, Владимир Николаевич, в Госдуме? Задам ехидный вопрос. Вот у вас лично, у производственников, у нас, вернее. Я себя от вас не отделяю. Ну, погодите. Значит, ехидно отвечу, что народно избранная дума представляет интересы всего народа населения страны. На ехидный вопрос ехидный ответ. Ага, понятно. Да, друзья, ну вы все поняли. Тут все. Что касается, кстати, значит, вот этих всех туземных моментов, вот этих самых 8 рублей из 10, которые вы отдаете, я вот, извините, я все, значит, на недостатки на местности буду обращать внимание. По колониализму вы, конечно, абсолютно правы, но, значит, в один прекрасный день мне позвонили из цеха, который я все-таки прямо достроил, и сказали, что подъехали какие-то люди, которые выглядят очень похоже на персонажа известного фильма «На жмурке», на черном БМВ, в спортивных костюмах, и потребовали хозяев, меня, то есть. По понятным причинам, Владимир Николаевич, опускаю все подробности этого интересного дела. Значит, скажу только итог. Мне пришлось ставить пост охраны от местного ЧОПа. И этот ЧОП, при условии, что я поставлю пост охраны, мне
предприятию, людям, которые на нем работают, гарантировали безопасность. Но помните, я говорил про технико-экономическое обоснование этого цеха? Я рассчитывал, что у меня аренда будет ноль. Значит, так получилось, что вот вкупе с земельным налогом, с повысившимся из-за того, что повысилась кадастровая оценка стоимости моей земли, из-за того, что пост охраны стоил, значит, определенных денег. В общем, короче говоря, мне было гораздо выгоднее взять просто в аренду помещение в этом же городе и не заниматься ни бандитами, там, ни платить деньги за, значит, вот эти вот коммуникации, за газ, за свет там, и так далее. Вот, внимание, вопрос, мы для чего платим налоги? Вот по идее эти налоги должны перераспределяться в бюджете, да, в том числе на силовые ведомства, численность которых у нас на душу населения, внимание на экран, друзья, превышает все европейские страны. У нас больше 510 сотрудников, это только в полиции, я не беру Росгвардию, всякие там отдельные силовые главки. Значит, и при всем при этом невозможно обеспечить безопасность и населения, и экономических субъектов. Как это так? Что могу сказать? На самом деле, с точки зрения веселых историй 90-х, 2000-х, я могу... Нет, это не 90-е годы, это 2010 год. Ну, чуть пораньше... покончено, как нам объявили, в рамках МКАДа, по крайней мере. Как-то я так в Москве, в рамках МКАДа, тоже в 2000-х работах гадал, когда нам в один из офисов кинули гранату, на наше заявление пришел ответ, что данное дело полиции, милиция тогда, не занимается спором хозяйственных субъектов. Так что, в принципе, из веселых моментов есть. Я говорю, так-то вспомнить можно много чего, и один фильм можно снять, триллер. И так уж, если посмеяться про определенные моменты, как и где чего управляется, в одном из городов, где был очень хороший, большой, крупный комбинат, где были интересы такой компании, как «Фюссальпина», мы проводили тот или иной, так скажем так, работу проводили. Когда первый день я приехал туда, то мне сказали, слушай, вот здесь вот и все вопросы в этом городе решаются по понятиям. Вот тут есть всем воров в законе, в милицию можно не обращаться, а вот всем воров в законе, они между собой все вопросы. Если где-то что там шапку украли, все остальное идешь, они за толику малую вопрос твой решают. Вот. Ну и отработав один день на комбинате, мы решили вечерком съездить поужинать. Такие из веселых историй, а таких у меня не один десяток можно снимать и радоваться. Подъезжаем к ресторану хорошему, говорит, мы сегодня пойдем, что такое? Да, тут вот такой-то, такой-то вордаконе ужинает, там проблем нафига. А как ты узнали? А вот видишь, там мужики стоят, парни в синих спортивках. Мы сегодня пойдем. Я говорю, понятно, поехали в другой ресторан, поехали. Пехали другой, говорю, а, мы сюда тоже не пойдем. Как ты угадал? Вот видишь, мужики стоят в зеленых спортивках. Это, наверное, другой уровень, так понимаю. Что, ты уже дифференциацию штанов определяешь. Ну, мне важно, поужинали потом ресторанов и решили попить караоке. И спускаемся вниз, чтобы мы понимали на самом деле, как жили те районы, в которых иногда губернаторов потом сажают за то, что они там как, не так жили в те годы. И спускают, говорю, ребят, ну, чем попить такого для души? Ты будешь петь, говорю, ну, поставьте мне зеркало Антонова. Зеркало Антонова? Кто такой Антонов? Что за зеркало? Ты попроще, говорю, ну, там мне Ануфриево. Владимирский Мир... Централ, ветер северный, не хотите? Я говорю, ну, тогда поставьте мне Ануфриево, Мих. Ануфриево, а что, есть такой певец, а там у них пачки с этими номерами песен лежат. Говорю, ну, какие сейчас номера у вас поют? Ну, поют номер там 245. Ну, поставьте мне номер 245. Мой номер 245 на телогреечке. Понятно, как бы жил я в Казани, учил осоту. Понимаете, то есть страна на самом деле в те годы действительно жила по понятиям, выживала без всякого контроля из центра, как могла, договаривалась о тех или иных правилах жизни. Сейчас, поэтому тот или иной усиление контроля, оно, наверное, было надо, но... Вопрос другой. Вот сегодня помощник министра обороны заявил о том, что все, которые у нас в стране существуют ЧВК, все без исключения, это не что иное, как инструмент олигархов для переворота в стране и решения олигархами, как они возьмут власть в стране. Это до слова не помню, смысл такой, что ЧВК – это враг государства, любой из них. Вот так. А дальше возникает вопрос. Если у нас медленно, но верно, происходит приватизация
не только промышленности, экономики, производства, но и силовых ведомств, так или иначе, да, то у меня возникает вопрос, где это инструмент на самом деле? То есть я не против, если бы силовые органы, любые из них, были инструментом порядка и управления и жизни общества, чтобы в обществе был порядок, и они его поддерживали, защищали. Но если сейчас мы вдруг выходит представитель официальный и говорит о том, что наше вооруженное образование являются инструментом в руках олигархов, которые настроены на уничтожение государства и внедрение так, транснациональных, так сказать, идей и стирание границ, у меня возникает вопрос. Если мы об этом говорим на таком высоком уровне, если помощник министра обороны об этом говорит, ну, и все это делается за деньги налогоплательщиков, все верно. Владимир Николаевич, ну вы же знаете, президент выступал, он говорил, каковы источники финансирования ЧВК Вагнер. Я сейчас не об этом хочу сказать. Вот я выступал, как-то меня пригласили выступить на вечере одного очень известного человека, и там настоящий фурор произвел мой рассказ, значит, о том, как решили проблему рэкета в Социалистической Республике Вьетнам, который, кстати, я напомню, мы в свое время тоже списали долги. Экономика Вьетнама сейчас развивается очень динамично. Мы как-то вот с Жуковским смотрели данные за третий квартал. Аж 14% роста за квартал. Вот. Мне во Вьетнаме пришлось некоторое время работать. Вот как только там это явление, рэкет, себя проявило, в Ханое арестовали несколько десятков человек. Вот если сейчас кому-то кажется, что я преувеличиваю, друзья, можете проверить. По всем источникам эта история, она абсолютно описана. Вывели этих ребят к мавзолею Хошимина и расстреляли там. А ролик с кадрами этого расстрела несколько месяцев крутили по национальному телевидению. Проблема была закрыта. Я сейчас не говорю, что надо стрелять и так далее. Я говорю о том, что есть политическая воля руководства. Вьетнам же тоже в колониальной зависимости. Ему тоже не сладко, как и нам. И, кстати, земля под производство в маленьком Вьетнаме копеечная. И как в Белоруссии, там, если ты делаешь производственный стартап, у тебя, если этого оборудования не производится внутри страны, и если потребное тебе сырье отсутствует внутри страны, у тебя пошлина на оборудование и пошлина на сырье таможенная ноль. Владимир Николаевич, это называется политическая воля развивать производство в стране, которая тоже находится в поле проклятых колониалистов, империалистов. Ну вот мне сказать про Вьетнам, мне гораздо проще вспомнить про мою родную Белоруссию. Я как раз жил в то время 90-е годы в Белоруссии, и я помню, как при Лукашенко все эти моменты, связанные с рэкетом, у нас, конечно же, были. Там это перегонки Запада автомобилей. Никого, конечно, мавзолея не расстреляли. Без мавзолея обошлось. Но слухи, что происходит с теми, кого ловят на дороге, на живца, были очень быстро доведены для всех интересующихся процессом лиц. И эта территория для воров в законе стала, мягко скажем, очень некомфортной. Некомфорт. С одной стороны, очень некомфортной. А с другой стороны, даже мелкие реки, типа у бабушки, которая семечки торгует, то есть любая жалоба обходилась так жестоко для тех, на кого пожаловались, что этот процесс был закрыт примерно 2-3 месяца. Ушло на то, чтобы вообще, как ситуация с рэкетом, в стране забыли раз и навсегда. Поэтому с волей согласен. Но мы же сейчас с вами говорим не об этом примитивном рэкете, когда кто-то там в зале накачался, взял дубину и пошел деньги вышибать. Мы же с вами говорим об организованных процедурах отжатия тех или иных процессов, в которых участвуют так или иначе те или иные представители разных структур, да? У которых потом находят в квартирах миллиарды рублей в кафах, которые непонятно откуда взялись. То есть это рэкет это или не рэкет, я не знаю, как это назвать, но вопрос другой. У меня осталось впечатление, что это часть машины управления государством и распределения. Поэтому, когда мы говорим, а давайте мы передадим тот бизнес из частных рук государственное,
у меня в нашем случае не может не возникать вопрос, а государственные это чьи? Из того, что я вижу. Не приведет ли это к увеличению заработной платы непосредственно главы «Газпрома», условно говоря, и только. Вот о чем идет речь. Поэтому здесь, когда мы говорим про национализацию, наверное, в том или ином виде разговор тут правильный. Потому что наши богатства, наши страны должны принадлежать народу. Но в данной ситуации национализация при нынешней структуре государства совсем не говорит о том, что это будет в какой-то мере в народной собственности. Вот в чем проблема. Проблема в том, что от одного капитализма уйти мало. Тут у нас две проблемы – капитализм и колониализм. И на самом деле государство, по сути дела, у нас есть приватизированные предприятия и недра, а еще есть другой вид приватизации – государство. И если государство приватизировано, а по факту оно, ну, так, наверное, да, так или иначе, или условно приватизировано, то передача от одних приватизаторов в руки других приватизаторов, наверное, не сильно меняет картинку. Потому что с точки зрения народа, как я объяснял, сравнивая среднюю зарплату на нашем предприятии, да, и с зарплатами нянечек, учителей и медработников, там, которые вроде бы у государства работают. А мы государству со 100 рублей отдаем 78-77. И дальше возникает вопрос. Почему эти деньги не доходят до тех, кто работает на государство, которое не на частного буржуя работает, а на хорошее социальное государство? А знаете работает. Почему? Я вам отвечу, смотрите. Но это будет опять ехидство и опять как бы следующий вопрос. Вот когда мы, жулики, барыги, значит, производственники к ним примкнувшие, говорим о том, что нас душат налоги, нам обычно с голубых экранов. Мол, что вы жалуетесь, барыги, у нас налоги самые низкие в Европе. При внимательном рассмотрении это, мягко говоря, оказывается не так. Можете, это очень серьезный, объемный вопрос, можете пояснить, где здесь собака порылась? Отсюда трыть. Это просто жесточайшее, циничное, подлое вранье. И только так и говорит человек или совершенно не в теме, ни разу не думал, или он не профессионал, или жуткий врун и циничный лжец. Поэтому вот здесь без комментариев. Вы сравните НДС у нас и в Америке. Сравнивать нечего, Владимир Николаевич, в Америке НДСа нет. Извините. Ай-яй-яй, как они живут без налогов. Что ж это происходит? Может, поэтому у них все-таки страна более технологически развита, в отличие от африканских, а наша опускается до уровня Африки. Может, в этом причина? Их оборотный налог, он стимулирует вкладывание в высокотехнологический продукт с длительными циклами производства и нагружает торговлю и высокооборотистые спекулятивные операции. А у нас, наоборот, НДС поощряет закрытие производств и стимулирует развитие спекуляций и торговых операций. Это же все прекрасно понимают. Он так и называется – налог на добавленную стоимость. Понятно, да? Создал добавленную стоимость – обложи налогом. Ну, давайте я конкретный пример приведу, чтобы зрителям было понятно, что мы вот подлые, наглые, абсолютно согласен с каждым словом. Вот, например, мы упомянули аналогию на землю промышленного назначения. Ну, ставка налога небольшая. Если, я не знаю, какие ставки этого налога в Европе, но, возможно, действительно, она у нас окажется одна из самых низких. Но этот налог исчисляют с кадастровой стоимости имущества. А вот оно, вот я утверждаю, просто вот основываясь на данных по земле промышленного назначения, кадастровая оценка стоимости земли промназначения кратно выше ее нынешней рыночной стоимости. Кратно выше. Понимаете, вот люди не вникают и говорят, а что вы? Смотрите, у вас налог на землю самый низкий. Чего вам не хватает? Чего вы все вечно ноете? Вам что-то там, что-то вы там, наверное, крутите, мутите. Я хочу сказать, что если более глубоко смотреть на вопрос, нельзя впрямую сравнивать ставки налогов.
в главтеме на конференции. Александр, приводил вот, такой... на мой взгляд, делаем один очень важный, вот, неправильный шаг. Не надо разбираться в нюансах. Вот я уже против. Вы правильно обозначили, что тут ходить в трех соснах. Вот есть 30 лет, и есть результат экономики страны за 30 лет. Чего вы разбираетесь в процентах налогов? Вот, вот результат 30-летнего управления экономикой и производством промышленности страны. Вот он. Есть? Есть. Есть более короткие участки. Мы недавно обсуждали вопрос, вам близкий, авиастроение в стране. Да, 1000 самолетов к этому году и так дальше. И вот недавно выступают уже представители соответствующих структур, говорят, ребята, то, что обсуждалось уже там в конце зимы, начало весны у президента, там ругали немножко мантру, что что-то там не успеваем доказать, все планы уже сорваны и исполняться уже не будут, уже не получается. Но, с другой стороны, цифры, которые обозначены, то, что будет выделяться на авиастроение, то, что я тогда говорил, ребят, вы посмотрите на те суммы, которые выделяются на необходимость воспроизводства этих самолетов, создания. Они не соответствуют тем задачам. Они не могут привести к исполнению. Просто арифметически не получается. И теперь я вижу, что прошло полгода, и цифры, которые собираются выделять на поддержание авиастроения в стране, выросли к тем цифрам примерно в 2,5 раза. Но это правильно, это нормально. Это арифметически было показано, что денег не хватит, надо было увеличивать. Но почему в момент, когда тогда ставили задачи перед Министерством промышленности, перед заводами, этот вопрос никто не обозначал? Это было очевидно изначально. Но не надо быть большим специалистом. Достаточно было иметь 5 классов образования в школе, чтобы посчитать оборачиваемость производственных циклов в этом направлении. Это же очевидно. Поэтому вопрос, кто там из чиновников, кого там обложил, сказал, что неэффективный, эффективный. Ну, вы знаете, эти разговоры... Не, ну понятно, понятно. Я понимаю. Это стандартный ответ. Вот, сколько производство самолета занимает? 1,5 года примерно, да? Это длительный цикл производства. Нет, у нас около 2 лет сейчас. Около 2 лет. Владимир, вы представляете, что у нас в стране будет через 2 года? Я нет, например. Вот как сейчас закладывать вообще самолет на стапелях? Вот. Во что он выльется через 2 года? Это я уже не говорю, помните, у нас к нашему эфиру, когда вы говорили, что авиастроение может, только одно авиастроение может поднять и вытянуть страну из болота, было много очень эмоциональных комментариев, а я же авиационный инженер, вот вы там против подробностей, а я все-таки одну подробность дам. Вот вы сегодня сказали, что у нас в стране нет литья. Есть такое изделие, называется лопатка турбины, турбокомпрессора авиационного двигателя. Это очень нагруженный элемент конструкции двигателя. Работает при запредельных температурах, больших нагрузках. И, насколько я помню, будучи компрессорщиком и турбинистом, изготавливаются они методом литья по выплавляемым моделям. Значит, все технологические компоненты для этого литья, они все импорт. Где будем брать-то? Формирующие смеси, необходимые станки для доводки лопатки после литья. Нет, Александр, вы далеко смотрите. Для начала вы должны построить завод, а кого-то вы где будете получать? Чтобы его построить, надо какой-то другой закрыть. Иначе у вас будет повышение. Да. Он же воздух испортит. Вы же квоты сразу превысите. Там же ничего не было, вы построите. Вы построите свой литейный завод. Я помню, на моих глазах это все происходило, как в Рыбинске лет, там, наверное, 15-16 назад закатывали бульдозерами цех с вакуумными печами. И я просил, блин, продайте мне хотя бы одну вакуумную печь. Ну жалко, это же уникальная вакуумная печь. Одну оставьте мне, даже как годно продайте, не как металлолом. Нет, все укатали в асфальт. Начало 2000-х годов было. Я еще мигрантом делал по этому самому, по стране. Поэтому все понятно, логика есть, правильно говорите. Да, турбинная лопатка, она производится, да, там высокий уровень брака, потому что не каждый из них проходит проверку. Там очень требования серьезные к этому изделию, огромные требования, безусловно, это так. Но вы видите, опять-таки, частный случай. Еще раз, если бы выполнить программу 1000 самолетов к 30-му году, это порядка 15 миллионов высокотехнологичных, высокопроизводительных рабочих мест на страну. Это примерно вдвое
увеличит объем вообще рабочих мест в обрабатывающей промышленности страны. Только одно авиастроение – это 1000 самолетов. Не считая вертолетов, которые тоже были в программе. Поэтому я и не верил в те цифры, которые выделялись там 100 миллиардов рублей на всю программу для того, чтобы там, нереально. 100 миллиардов рублей – это не то, что поднимает страну вдвое. Это другого рода объема масштаб задач. Там просто на порядке выделенное финансирование не совпадает с тем, которое нужно на самом деле. Вот сейчас мы переходим к очень сложному пункту, на котором мы с вами, Владимир Николаевич, потеряем, я так думаю, что до трети нашей аудитории. Произнесу вслух название этого пункта – социальная ответственность бизнеса. Приходится слышать такие призывы со стороны государства. У меня в этот момент возникает встречный вопрос, но это из вредности, из плохого характера. А как насчет социальной ответственности государства перед экономическими субъектами и людьми, вовлеченными в экономику? Может быть, хотя бы что-то сделать в части обеспечения стабильности курса нацвалюты? Вести какие-то протекционистские меры вместо того, чтобы в ВТО вступать? Из МВФ, например, выйти? О чем вы только что говорили. Хорошо помню, как Набиуллина, человек, к которому вы испытываете самые теплые нежные чувства, в 2014 году в знаменитом вышла к прессе. Она одна вышла. Никто из высших должностных лиц, кроме нее, дефолт не комментировал. Тоже задумайтесь об этом. Она вышла и сказала, дословно цитирую Эльвиру Сахибзадовну, «Учитесь работать в новых условиях». Правда, не объяснила, где учиться, у кого учиться, значит, за чей счет пострадали десятки тысяч предприятий. Даже тогда, в 2014 году, не прекратилась кампания по отзыву лицензии у коммерческих банков. У меня были знакомые в Татфотбанке. Кстати, глава республики в тот момент звонил Набиуллина и спрашивал, не отберут ли лицензию у этого, критически важного для жизни республики банка. Эльвира Сахибзадовна сказала нет. И, по-моему, дня через два, то ли на следующий день, лицензию отозвали. А барыгам, коммерсам и прочим жуликам со средств, которые остались на счетах в этом банке, не запретили даже, заплатить налоги. Кто здесь жулик, Владимир Николаевич? Вот я описываю, вот это вот просто, знаете, я уже там эмоционировал. Смотрите, значит, соревноваться, кто кого обжульничает за карточным столом, я не хочу, понимаете? Я вообще не сторонник того, что, чтобы определять, кто там больше кого-то жульничает, кто меньше. Хотя, если вспоминать проблему с банками и налогами, мы обозначили. Я ведь работал в начале 2000-х годов в России. И я помню, мы были в ситуациях, когда тоже банки схлопывались быстро, по разным причинам, и там были деньги наши на счетах. Так вот, в тот момент, по крайней мере, налоги, которые были, платежки ложились в эти банки. Они проходили. Но банки-то схлопывались по внутренним причинам, а не из-за того, что государство у них отнимало лицензию. Вопрос другой, что так или иначе, по крайней мере, тот уровень цинизма, даже в начале 2000-х годов, был ниже, судя по той информации, которую вы сейчас рассказываете. Цинизма было меньше. И подлости было не меньше с этой точки зрения. Значит, сейчас идет более жесткие решения, которые должны привести к тем или иным обозначенным кем-то целям. И я вам скажу откровенно, я не вижу никаких других целей в том тренде управления страной, кроме деиндустриализации, уничтожения производства, промышленности, технологий, науки и образования, которые нас должны опустить на уровень не просто сырьевой колонии, а колонии африканского типа. То, о чем мы говорили с вами, о том, что, в принципе, при любом объеме богатств это будет одна из самых нищих территорий. То, о чем говорили африканские лидеры на встрече с нашим президентом. Вот к этому все ведется. Разговоры об импортозамещении, ребята, это все настолько мне уже кажется подло циничным, что мне, я любого человека, который слушает сказано, который мне об этом рассказывает, говорю, да как ты это мог сказать, если ты знаешь всю информацию реально? Расскажи мне о своих программах импортозамещения, которые ты веришь, что они проходят. Расскажи, я тебе расскажу, почему ты врешь. И ты не можешь не врать, потому что ты знаешь информацию. Это не ошибка, это не заблуждение.
информация, которая есть вокруг этих, лозунгов, импортозамещения и так дальше, там, суверенитета технологического, вранье. Потому что под задачи и цели, и мероприятия должны быть ресурсы. Они в стране есть, но они уходят на другие цели. Даже те, которые в стране остаются, идут не на турбинные лопатки, а на бордюры. Если уж так говорить. Так все-таки насчет социальной ответственности. Вот я помню, Галецкий как-то выступал, по-моему, на ПМЭФ, еще будучи хозяином «Магнита». Он сказал, что государство не должно перекладывать на предприятие свои социальные обязанности и функции. Например, предприятие платит за работника зарплатные налоги, а не сам работник. А если глубоко проанализировать эту тему, то выйдет, что налоги эти в итоге платит работодатель. Объясните, почему? Объясните, почему, или я объясню? Я так скажу. На самом деле, тоже момент очень интересный. Дело в том, что в нашей стране мы все ждем, сидя на диванах, что за нас все кто-то должен что-то делать. Нам кто-то чего-то должен. И если даже я получил зарплату, условно говоря, то я не должен с нее платить налоги. Пускай кто-то за нас это дело заплатит. И если вдруг предприятие не будет платить эти налоги за каждого, я уверен, что на следующий день окажется, что половина народу, вообще говоря, не заплатила с них ни копейки налогов. Налоговая инспекция замахается бегать за каждым из них, а все будут расстроены, как же так? Я же получил, это мои деньги, не хочу платить налоги. Или нет, или проел, или я коммуналку заплатил, и больше денег не осталось. Налоги не осталось, да. Да, а я и коммуналку мог не заплатить, все пропил, условно говоря, орлы. Да? Дальше что? Поэтому результат в этой ситуации делает два момента. Во-первых, она повышает себе налогов, во-вторых, она сохраняет инфантильность населения. И население сидит... Вот это очень важный момент. Поясните, пожалуйста. Ну как же, сидит кто-то на диване и говорит, ну сделайте что-нибудь. Ну идите и сделайте. Я-то что, я посмотрел, я все понял, я расстроился, но я с вами согласен, идите, что делаете. А ты, а я нет. А вот налоги не мое. А если я... А вот если бы человек, получая зарплату от Баглаева или от Бобылева, допустим, 70 тысяч рублей, как у вас на предприятии, сам бы с них платил налоги, вот тогда бы он вряд ли на диване остался сидеть, когда проходили бы очередные думские выборы или президентские выборы. Наверное, он бы ознакомился с программой той или иной политической партии, что она предлагает для экономики и как от этой программы улучшится или ухудшится его жизнь. А когда Баглаев заплатил за него налоги, ему кажется, что да вот получил свои 70 тысяч, нормально. От меня больше ничего не требуется. Владимир Николаевич, это скажите. Момент важный, но честно скажу, что наш народ в сегодняшний момент, он действительно очень инфантилен в этом плане. Он может обижаться по этому поводу, может не обижаться по этому поводу. Я считаю, что современная городская жизнь, в принципе, из человека делает инфантильных людей по определению. Потому что мы постоянно ищем, кто нам должен чего-то. И я скажу откровенно, я за собой долги чувствую перед обществом, перед государством, перед семьей, перед друзьями, перед теми людьми, которые работают на заводе. Я чувствую этот долг и свою ответственность. Поэтому я на заводе с 7 часов утра. Это потому что я чувствую свою ответственность. Я не пользуюсь там теми доходами, которые я там все остальное мог бы получить, для них особо их нет. Потом мне некогда этим. Я очень, как скажем, веду простую жизнь. Мне некогда пользоваться ничем дорогим. Просто тупо некогда. Я ума не приложу, зачем миллиардеры покупают яхты. Почему? Потому что, насколько я понимаю, у них времени должно быть еще меньше, чем у меня. У них же такие... Ну, вероятно, есть. Мне на резиновой лодке некогда съездить, не то, что там на яхте. Хотя под боком Ленинское водохранилище. Поплавать, да. А вот кататься нет. Ну, некогда. Тупо некогда. Владимир Николаевич, поэтому, давай я все-таки объясню. По этому вопросу социальной ответственности я скажу так. Я не считаю свою социальную ответственность в виде того, что я куда-то там какую-то в виде благотворительности оказал. Хотя такого рода вещи мы, безусловно, на заводе делаем. У меня есть понимание, что я должен сделать для страны в плане завода. Я должен такой-то вид продукции освоить.
Дело не в том, что мы там продукт какой-то, там объем подняли, производство, какую-то зарплату. Вот я смотрю, мы пытаемся войти в импортозамещение в нефтехимии. Столько ноу-хау, которое нам приходится за кратчайший срок, за 2-3 месяца найти. Ведь элементарный момент, сварить две штучки нефтехимические в одну часть, просто сварить невозможно. Металл хрустит, как хрусталь. И ничего сделать невозможно, пока не поймешь, где эти немецкие, американцы хитрость заложили. То ли в сварочную проволоку, то ли в материал, то ли в термообработку, то ли... А время на это совершенно нету. Мы находим. У нас уникальные компетенции мы за эти месяцы отработали. Кто это знает? А это что, не социальная ответственность? То, что мы за короткое время находим те секреты, которые раньше годами находили. Кто этого нам из страны финансирует? Никто ничего. Кто это делает? Никто. Опять же, я не говорю, что мы там себе даже при наших тяжелом состоянии не позволяем те или иные небольшие вложения в те или иные, скажем так, проекты. В первую очередь образование. Вот у нас на заводе летом мы приняли ребят, обыкновенных школьников, правда, из серьезных, из Амтека. Это наш лицей, который входит в первую сотню лучших школ страны. Просто было интересно. А вот если мы из школьников начнем готовить конструкторов, которые будут работать в программах 3D-моделирования, 3D-конструирования, получится или нет? И на удивление для наших специалистов, ребята за полтора года освоили в целом работу с программами и через полтора месяца начали рисовать чертежи и зарабатывать на этом деньги, как не как айтишники по производству игровых приставок, там, игр, а как те, кто рисует конкретные чертежи, делают, по которым у нас на заводе делаются изделия. Я считаю, это мой тоже социальный проект. Вот моя социальная обязанность, чтобы кто-то после нас остался. Велика вероятность, что эти талантливые ребятишки уедут. Слушайте, я, это вопрос другой. Я знаю другого, что я такого человека, таких людей после института получить не могу. Поэтому пока есть возможность, я делаю из тех, кого все оказалось... Все правильно, все правильно. Есть родители, которые... У нас уже на заводе люди узнали, что такие вещи есть. Они говорят, а моего сына можно научить? Можно. Работает, учится, рисует. Давай зафиксируем, а то у людей может каша в голове возникнуть. Значит, государство на жуликов и воров в лице предпринимателей, производственников, барыг перекладывает часть своих социальных обязанностей, а со своей стороны никакой социальной ответственности перед экономическими субъектами не несет. Вот вы сказали о том, что у вас какие-то там затруднения. Ну, это слишком жестко. Ну, а я приведу пример. Вот, допустим, нам сказали, вот там на Западе недобросовестные партнеры. Владимир Николаевич, я договорю, можно? То есть недобросовестный партнер в этом плане, я так бы сказал. Да, недобросовестный, значит, а вот там в Китае добросовестный. К чему это привело? Значит, длинные циклы стали еще более длинными за счет логистики. Вы сами говорили, то, что вы раньше из Китая получали за 2-3 недели, сейчас едет месяцами, еще не факт, что доедет. Кто нам это дело компенсировал? Вот любая перестройка логистики – это простое предприятие. Кто-нибудь из чиновников хотя бы, я не говорю, заикнулся там о том, чтобы как-то через какие-то механизмы перекредитования, там, льготного кредитования, в конце концов, какие-то налоги простить там или что-то. Вот на период. Александр, ну вы-то... А что это несправедливо? А что я такого говорю? Люди, я какой-то экстремизм говорю? Ну, то есть, если государство поставило предприятие в такие условия, ну, хотя бы спасибо скажите, хотя бы жуликами не называйте. Знаете, ну, просто накипело, Владимир Николаевич. И Галицкий, кстати, говорит, что, значит, возвращаясь, что социальная ответственность бизнеса должна сводиться к тому, что бизнес должен аккуратно платить все налоги, выполнять все требования законодательства по охране труда, медицине там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А всем остальным социалкой должно заниматься государство. Галицкий говорит, как вы, да, у меня есть частные школы, да, у меня есть лицеи, но я это делаю по зову сердца, а не для того, что не потому, что я там кому-то чего-то обязан. Понимаете, мы же с вами договорились разбивать стереотипы. Вот стереотипы о социальной ответственности бизнеса. Ну что, потеряли подписчиков, двинемся дальше терять.
Государство, как сказал Агамбеген, не способствует демографическому росту. У промышленников колоссальная проблема с кадрами. Как решаете, вот помимо вот этого профтехобразования на предприятии, и вообще какая перспектива по этой части? Проблема нерешаемая и решить ее невозможно в нынешней ситуации. Я объясню свою позицию очень просто. Дело в том, что, еще раз, в стране невыгодны долгосрочные инвестиции. Вот просто невыгодны и все. Понятно, да? Много раз объяснил. Самые долгосрочные инвестиции, которые могут есть, это инвестиции в кадры. Более долгосрочных инвестиций, чем инвестиции в кадры, в мире не существует. Это самые долгосрочные инвестиции. Это даже станок, вот купить серьезный сложный станок, вы должны делать их задания или там цех даже построить, это можно сделать его за 2-3 года. За 2-3 года специалиста подготовить практически невозможно, а высокая квалификация тем более. В этом проблема. Это первый вопрос. Учитывая, что мы сами не знаем, что будет через год, через два, то мы видим, что малые и средние предприятия в принципе не могут готовить высококачественных специалистов, себе позволить. Почему? Потому что они не знают, доживут или нет, а вкладываться надо. А с чего вложиться? Это первый вопрос. Второй вопрос. Подготовил ты специалиста, условно говоря. Вот я работаю в промышленном городе Череповец. Здесь есть два крупнейших комбината, которые мирового уровня. Это «Северсталь» и «Фосагро». Любой из них при желании может поставить на специалиста любую цену и забрать его, просто подняв на 10-15% зарплату выше, чем того, кого ты у себя готовил 5-7-10 лет. И ничего с этим сделать нельзя. Понятно, да? Поэтому или подготовкой кадров будет заниматься государство, или мы их потеряем полностью. Это одна ситуация, но это не только. Дело в том, скажут, ну тогда вам конец. Да, тогда нам конец. Но есть еще одна проблема. Дело в том, что ведь кадр нужен для чего? Для того или иного процесса, бизнес-процесса, для производства, да? Для бизнес-плана, условно, как мы... Или мне нравится... Техника экономического обоснования, да. Сергей Серебряков у себя на Кировском заводе запретил называть бизнес-планы бизнес-планами. Он сказал, что это за немецкое слово такое, английское. Мы живем в России, поэтому деловой план. Деловой план называется у них. Все, никаких этих дурацких английских выражений. Вот мне это правильно нравится. Серебряков красавец, простите за эмоции, просто красавец. Ну, без комментариев. Там вот любой, значит, эпитет в его сторону положительно, я считаю, недостаточно высокий, учитывая масштаб этого человека. Но я сейчас немножко о другом говорю. Значит, проблема в том, что вы, если вы говорите о долгосрочном планировании, то вы должны видеть долгосрочные перспективы. Вы только что сказали, что перспективы для бизнеса в стране у нас еще максимум на 1,5-2 года. Это в лучшем случае 1,5-2 года. А кадры, эта подготовка занимает... То есть целевая подготовка может быть только теми, кто может гарантировать то или иное целеполагание. Не зная целеполагания в стране, я же не могу ориентироваться на целеполагание в стране в плане импортозамещения. Это ни о чем вообще. Понимаете? Фраза «импортозамещение в России» – это вообще не план, не целеполагание, ничего. Это лозунг циничный и очень надоедливый, потому что он никак не подтверждается реальным мероприятием. Поэтому если у государства есть планы, цели и задачи, и оно их готово выполнять, оно должно брать на себя ответственность за подготовку под эти цели и задачи, соответствующие. Мы их потом разберем, кого не подготовят. Это вопрос другой. Не должен каждый завод для себя готовить специалиста. Во-первых, мы должны работать в мощнейшей кооперации друг с другом. Во-вторых, сложный продукт не должен изготавливаться на одном предприятии. Это увязанная цепочка кооперационная десятков и сотен предприятий. И я не должен себе готовить кадры, а где-то на соседнем предприятии кто-то их решил не подготовить. Все сорвется. Сложный продукт поломается, потому что где-то на предприятии не будет подготовлены соответствующие кадры. Поэтому для сложного продукта всю цепочку профессий должен планировать и готовить соответствующий орган центрального управления по центральной цели и задаче. Но мы возвращаемся к моей изначальной теме. У страны нет своего целеполагания. Страна работает по чужим целям и задачам, под чужим управлением, по чужим правилам и законам. Соответственно, в этих чужих планах и законах образование
наука и техника никак не стоит. Не надо себя обманывать. Посмотрите. А можно еще один аспект? Я момент добавлю. Действительно, есть люди, есть родители, которые понимают весь ужас положения, они занимаются непосредственно своими детьми. И они действительно в этой ситуации глобального деобразования, полной дебилизации, умудряются своих детей вырастить специалистов по тому или иному направлению, которым место в России, к сожалению, не находится. По той же причине целеполагания страны нет, целеполагания развития. 18% до 30 лет – это, безусловно, деградация. Один момент хочу затронуть. Он, как всегда, такой вот, вы в общем, вы говорите, глядя как бы сверху, а вот такой небольшой взгляд с земли. Я когда свой цех достроил в итоге, ну почти уже, пошел к своим богатым соседям. Я вам эту историю рассказывал. Соседи в моей этой промзоне, немецкий концерн «Басфосток». Полностью почти автоматизированный завод по разливу и производству краски. Зашел к директору, говорю, ну помоги, ну так с протянутой рукой бедному предпринимателю, барыге, жулику. Дай там свет, газ, там, значит, это, то. По всем, значит, пунктам мне пальцы загнули обратно. Я говорю, ну хотя бы помоги советам, где брать кадры и что тут вообще на местности с этим делом, какая обстановка. Он говорит, а с этим я тебя вообще расстрою. Вот у нас завод автоматический, но иногда кто-то требуется на работу. Вот у нас там хедхантеры ищут людей, ищут неделями. Приходит человек, открывает дверь моего кабинета, и где-то на пару метров его опережает запах характерный. Естественно, первый вопрос на собеседовании: какие у вас отношения с алкоголем? Да все отлично, говорит соискатель, вообще не употребляю. Нет людей, Владимир Николаевич, а если есть, они пьют. В глубинке. Ну, это почему? Это почему? Это не совсем производственный вопрос, но производственники знают, что есть. Я скажу честно, что такая проблема, конечно, есть в промышленных городах, но я буду откровенен. Если сравнивать проблему пьянства и алкоголизма в Череповце, скажем, 2005 года и сейчас, она не такая, как тогда. Тогда спаивание населения и молодежи происходило просто невероятными темпами. Идешь по улице, любая стайка молодежи, которая тебе идет, у каждого в руке двухлитровая бутылка пива, что особенно, конечно, плохо для молодежи мужского, так скажем так, склада, что в пиве содержится эстроген, женский гормон, если кто вдруг не знал. Да, в рекламе пива вам об этом не скажут. Ну, в принципе, достаточно частое употребление этого напитка, мягко скажем, резко снижает вероятность того, что у вас появятся дети от вас лично. Поэтому я это все как бы, безусловно, воспринимал. Как, и потом я получил, когда был в Америке, подтверждение тому, что это было не случайное мероприятие по нашей стране, а оно как бы имело свои цели и задачи. Ну, понятно, что то спаивание, которое происходило, оно повлияло на многие вещи. И вымирание людей, и много чего другого. Поэтому, опять-таки, я здесь тоже считаю, что это не случайно, а все происходящее в стране – это определенное управляемое воздействие над той частью населения, которая так или иначе могло бы быть полезна для развития страны. Еще и еще и еще одно. Ну, зачем вот… Возьмите любое направление. Культуру, ну, без комментариев. Вряд ли это можно назвать культурой, то, что мы видим сегодня у нас в театрах. Я просто не представляю, как ходить на эти спектакли, хотя на них люди пытаются ходить и чем-то радуются, там, когда на них там телевизор, но я не, такого низкого ширпотреба, который сейчас... Но люди же смотрят, я другого поражаюсь. Меня, допустим, от этого низкого контекта, когда сплетни эти, сопли, крики... Давай поженимся, меня... давай разведемся. Я не понимаю, как это можно смотреть. А народ на это подсел. И в этой ситуации этот народ, который сидит на этих вот Малаховых и все остальное, потом говорит вот с дивана, а что-то никто ничего не делает. Вот то, что ты Малахова посмотрел, это ты уже соучастник того, что произошло в стране. То, что ты посмотрел там очередной спор группы дебилов друг с другом о том, кто из них более дебильный, и все посмотрели, о, я-то думал, что я неудачник. А еще такие вот дебилы есть, нам их с экрана показывают, так и все не так плохо у меня. Есть вообще придурки полные. Я
максимально жестко говорю, чтобы вы понимали, что если вы на это смотрите, вы уже пособник того, что происходит в стране. Вы же себя пускаете на этот уровень. С этого уровня вам никто точно ничего не должен. Ну, как ты, Саша, сказал, что, наверное, подписчиков у нас этого не добавится, потому что многие из них эти передачи смотрят. Владимир Николаевич, это рассматривать эти программы как чистку рядов от случайных попутчиков, я думаю... Вы поймите, что это тоже все программа. Я помню 90-е годы. Вот у меня знакомые с моего города, все остальное, кто-то из них не вернулся из Афганистана. Я сам служил там это время не в Афганистане, но в то время, 1985 год. Но кто-то из них, из моих сверстников, не вернулся. И потом я приезжаю там в Москву, стоят эти видеоцентры, видеокассет, и там показывают, как там агенты 007, разные Рэмбо, дебильных русских мальчишек из пулеметов крошат. И, ох ты, какой Рэмбо, какой он классный. Ребят, это тоже все была случайность? Или это тоже часть программы, которая показывала, имела с собой определенные цели и задачи? А что изменилось? Что у нас поменялись программы образовательных по дебилизации населения? Но мы на эту тему уже много с кем со специалистами говорили, и иллюзий никого нет. Мы продолжаем заниматься дебилизацией населения в школах, институтах, культурных учреждениях. Только партизанская борьба родителей позволяет этот процесс не делать таким быстро. А мы ждем, когда к нам что-то... Ну, сделайте что-нибудь, вы же мужики. Вот интересно, как, что мужики будут делать? Как Потапенко говорит, да нет, друзья, это вы должны приподнять свою пушистую попу, цитирую Дмитрия Валерьевича, и что-то сделать для страны, сходить на выборы, например. Ну, ладно. У меня последний вопрос сегодняшнего эфира, и сделаем, подведем определенную черту. Он такой фундаментальный. Вот, допустим, некий производственник, типа вас, все преодолел. Ну, вероятно, ограбив банк, он же жулик, ну, значит, до грабителя ему недалеко. Ну, значит, на эти деньги он смог запустить свое производство, там, ослами через контрабандистские тропы привез оборудование, все хорошо. Вы во многих своих выступлениях говорили о том, что у нас объем импорта в среднем был где-то 250 миллиардов, среди них там вроде 80-90 – это критический импорт. Соответственно, вроде бы казалось, вот предприятие работает на внутренний рынок, раззудись плечо. Начало это предприятие выпускать продукцию, и тут, знаете, ну вот по большому счету выплывает на передний план самая главная экономическая проблема современности. И называется она «продать». Вы можете построить завод, вы можете там не спать ночей, организовать все, обучить персонал, заложить свою печень, почки, сердце, значит, получить какие-то дополнительные кредиты, наладить производство, начать выпускать. И тут, значит, а я вижу, что внутренний спрос падает. Я не верю Росстату. Пусть меня хоть за это засудят, но просто не верю. Потому что по своей рознице и рознице партнеров я вижу, что с 2008 года спрос падает. Причем не только в штучном выражении, но вот сейчас уже у многих, несмотря на повышение цены в финансах. Владимир Николаевич, а что делать вот предприятиям? Продать не можем, денег нет ни у кого. Есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый вариант – это уровень государственного решения вопроса, да, это от нас не зависит. Второй уровень – понимая, что государство по этому поводу ничего делать не будет, думать, как спасаться в одиночку. Я расскажу то, как мне в свое время нашей команде удалось решить вопрос по спасению непосредственно Череповецко-литейно-механического завода. Начало 2000-х годов. Я вам уже рассказывал, как он стоит. Он находился на этой, в начале передачи. Логика была простая. Значит, так как я к тому моменту уже по стране поездил, у меня не было никаких иллюзий, кто и что делает, какие цели, задачи от этого государства, что будет в ближайшее время с другими предприятиями, никаких иллюзий, у которых еще люди были, может, сейчас сохраняются, у меня не было. Поэтому я понимал, что промышленный рынок, рынок производства в стране будет зачищен в ближайшее время, ну, очень сильно.
И этот рынок будет поделен между двумя, в общем-то, векторами поставок. Высококачественное, более-менее дорогое оборудование, материалы будут приходить из Европы и Америки. И дешевые ширпотребы и дешевое оборудование, которое перебивает, но массового производства, будет идти из Китая. Значит, по качеству и, соответственно, российское производство, которое добивается и будет развиваться дальше с американским и немецким, конкурировать не сможет по причинам, как я уже сказал. А по себестоимости и ширпотреба бороться с Китаем невозможно, потому что эффект масштаба, который есть в Китае, делает любой вид продукта по себестоимости примерно на 70% в самом начальном этапе дешевле, чем наш отечественный. Это несмотря на рост зарплат даже в Китае средних. Да. Дело в том, что при их эффекте масштаба зарплата вообще большой роли не играет. Как ни странно. Да. Совершенно верно. Косвенные издержки очень сильно размножаются. Поэтому вопрос о том, в каком сегменте сопротивляться, для нас было очевидно, невозможно ни там сопротивляться. Те предприятия, которые как бы высокотехнологичные в России возникали, это, как правило, были что-то связанное с конечной сборкой из уже произведенных высокодобавленных стоимости продуктов из Европы или из Америки. Неважно, это производили какие-то станки, которые собирались у нас на месте, только программировались, может, здесь, или это были какие-то комбайны или трактора, которые тоже, по сути дела, более чем на 70% составляли из импортных комплектующих. Про легковые машины, которые добавленной стоимости, мы хвалились, какой у нас автопром появился, 7% добавленной стоимости этого автопрома было наших российских, все остальное там было импортное. Все, вот примерно такая ситуация. Ну, дальше возникал простой вопрос. Хорошо, а как вот достался завод, что с этим делать? И логика была простая, что так или иначе, есть некоторые моменты, которые все-таки необходимо соблюдать. Первое. Без роста объема производства ни один завод не выживет, потому что постоянная инфляция промышленная и рост косвенных издержек съедает, чтобы оставаться на месте. А сколько у нас промышленная инфляция по прошлому году? 14%? Ну, специально 15,5%. Угу. Значит, поэтому в любом случае возникает без роста никак. А как расти на этом моменте? Поэтому вопрос стоял следующий. Значит, мы понимали, что крупные предприятия советские именно по эффекту масштаба и косвенных издержек будут уничтожены в ближайшее время. Не то, чтобы их продукция была не нужна. Она будет не нужна в том объеме, которая была раньше нужна. И, соответственно, предприятия в течение нескольких лет должны быть уничтожены через банкротство просто потому, что не будет хватать рынка. Ведь советские предприятия были заточены не только на производство для всей страны, чего сейчас на самом деле нет. Это был еще весь Советский Союз большой. И страны взаимопомощи, Совет взаимопомощи, вся Восточная Европа. И еще порядка 2 миллиардов человек находилось в нашем рынке из развивающихся стран. То есть эффект масштаба был принципиально другой. Сейчас это все было понятно, что эти предприятия будут уничтожаться сами по себе, так скажем. Но продукция, которая там произготавливается, пока еще кому-то будет нужна, хотя в каком-то объеме. То есть мы понимали, какие предприятия в ближайшее время будут падать и что надо брать. Значит, дальше было понятно, что в сфере высоких технологий у России шансов не остается. Единственные внутренние потребители, которые могут обеспечить небольшой спрос, это, в общем-то, труба-яма, как я называю. Труба-яма – это значит, к трубе-яме мы относили нефть, газ, зерно, руду, ну, условно говоря. То есть вот то, что, так как в целях экономии постоянно каждый новый эффективный менеджер стремился снизить издержки на постоянных предыдущих менеджеров, невзирая на необходимость технического обслуживания, нормативы, поддержания оборудования. Поэтому в России в рамках экономии на каждого там третьего, пятого невезучего менеджера происходилась одна серьезная авария, после которой надо было срочно ремонтировать чего-то. Так как немцы раньше, чем через год, не поставляли, а у китайцев тоже, в общем-то, было тогда срок поставки еще только не сильно большой, вернее, не сильно короткий, то предприятия, которые обладали компетенциями по ремонту и поставкам оборудования для такого рода операций, они были в России востребованы. И это была максимально диверсифицированная программа. Поэтому вопрос о том, что мы выживали в рамках максимальной диверсификации по отраслевому и географическому признаку, максимально опираясь
на потребности наших сырьевых и низкопередельных производств, в том числе производства сельского продукта, сельского продукции. Понятно, да? Так вот, в нашей ситуации, когда мы говорим, что нам надо развивать более высокие технологии в стране, а они тоже, конечно, есть. Дальше возникает вопрос, а мы про какой рынок говорим? То есть для того, чтобы у нас появился другой потребитель, кроме того, что я обозначил, у нас должна появиться другого рода промышленность. И когда мы говорим про авиастроение, мы говорим о том, что вот если авиастроение получится, вот это вот направление вытянет невероятное количество цепочек с высокой добавленной стоимостью. Но есть одна проблема. Проблема в том, что так как эффект масштаба сегодня будет очень маленький для нашей страны, а экспорт самолетов мы точно сейчас не завоюем, ни при каких обстоятельствах, в ближайшие там лет 15-20, это точно, то себестоимость этого самолета будет, ну, раза в 3-4 раза больше, чем, скажем, собранного из импортных изделий Боинга, да? То есть ни для кого не... Его самая главная эксплуатационная стоимость будет выше. Это отдельный разговор, и опять-таки, ну, все же знают, что Суперджет это был, мягко скажем, конструктор из импортных деталей. Сейчас мы там попытаемся отчитаться, что все не так плохо, но это отдельный разговор. Там, наверное, что-то будет делаться, но это сразу приводит к увеличению себестоимости производства. Да, наверное, можно сделать все. Но надо понимать, самолет будет дороже. И не на 5%, не на 10%, а значительно дороже. Если кто-то не верит, посмотрите на то, сколько по себестоимости наши уступающие в комфорте, в качестве, во всем легковых автомобилей наше отечественное производство. Не потому, что у нас дураки работают, эффект масштаба другой. Это неизбежно. И пока мы эффект масштаба для себя не решим, другое дело, что я по этому поводу бы не сильно переживал с точки зрения страны. Почему? Потому что, а почему у нас дорого? Эффект масштаба. А что такое эффект масштаба? Эффект масштаба – это доля добавленной стоимости и затрат в виде человеческих издержек на единицу изделия. Понятно, да? Да, у нас получается выше. И с этим ничего не сделать. И казалось бы, все, но не все. Ведь то же самое было, когда выходил на индустриальную арену Советский Союз. То же самое ведь было, верно? Как тогда Советский Союз преодолел эту нерешабельную задачу? А он сказал очень просто. Ребят, если мы ничего не можем сделать с издержками на единицу изделия в виде труда и заработной платы, конечно, мы много не платим, но тем не менее ничего делать не можем. Но мы можем сделать следующее. Мы можем уйти от ценообразования на наши энергоносители и наши материалы, которые у нас здесь находятся, и сказать, ребята, нафигу мы видели ваши международные цели в вашем Лондоне? Для нас будут свои цены, московские, СССРовские цены. И когда наш металл, наша энергия была кратно дешевле, чем за рубежом, наша промышленность, наше производство, даже при том низком эффекте масштаба, который был на заре Советского Союза, позволял делать экономически целесообразные проекты промышленные. А потом потихоньку уже выходили и достигали рынков других стран. Более того, на дешевой энергии и дешевом продукте, в том числе и та же Германия поднималась, она же пользовалась нашим дешевым газом. Ведь она газ получала дешевле, чем Белоруссия. Понимаете? Поэтому и промышленность немецкая шла, нефтехимия, машиностроение, все остальное. И сейчас Германия... Германия тут не самый одиозный пример. А знаете, почему мы Китаю энергоносители поставляем? Вот там-то вообще полный привет. Ну, Китай типа наш союзник. Типа. В каком-то месте. Вот, поэтому, потому что про Китай понятно, что говорим, нам деваться некуда, поэтому китайцы там сделают с нами все, что хочет. Нет, это еще до СВО было. Там, Электроэнергия, газ и все остальное, и уголь в Китай уходило дешевле, чем для внутреннего потребления. Поэтому каким образом бороться с Китаем по себестоимости, при их масштабе производства более дешевого материала, я вообще не понимаю. И мы даже пошлины не вводили на встречные поставки из Китая. Это без комментариев. Поэтому, смотрите, я не вижу на самом деле ни одного государственного серьезного проекта, который бы ставил бы задачу по реальному решению этой проблемы. Потому что лозунгами такого рода проблему не решать. Оставаясь на принципах работы в ВТО, под правилами МВФ, не решается эта задача по определению вообще никак. Те или иные суррогаты, как бы заменяющие возможные таможенные пошлины, я не буду об этом говорить, потому что это считается информация секретная, но она работает некорректно.
Вывод, который делает Агамбегян, позвольте, зачитаю с выражением. Причина всего этого, о чем мы сегодня говорили, в том, что в существующей системе не создан двигатель социально-экономического развития, и она не способна устойчивому социально-экономическому росту. Сформированная за это время система государственного олигархического капитализма с неразвитым рынком и отсталой социальной сферой пребывает в стагнации, переживает кризисы, с трудом осуществляя простое воспроизводство и с каждым годом все больше отставая от научно-технологического и социально-экономического уровня развития развитых стран мира и передовых развивающихся стран во главе с Китаем. О двигателе социально-экономического роста, как его создать, предлагаю поговорить в следующем эфире совместно с Дмитрием Потапенко. Давайте, наверное, анонсируем. Дмитрий вам передавал большой привет, с удовольствием согласился. Друзья, это, думаю, что будет интереснейшая передача. А вас, Владимир Николаевич, я благодарю за сегодняшний разговор. У меня будет просьба, значит, для наших слушателей не противоставлять нашу беседу с Дмитрием как какую-то спорную, потому что я знаю, у наших зрителей постоянно есть желание, слушая спикеров, говорить о том, что кто-то прав, кто-то не прав. Давайте не так. Значит, я бы не стал общаться с людьми, которых я не уважаю. И я подозреваю, что Дмитрий в том числе. Потому что я уважаю мысли и выводы Дмитрия, потому что в рамках этих мыслей, решений и выводов он показывает свою адекватность нынешней реальности, понятно, да? Для того, чтобы критиковать или его, или меня, кого-то еще, вы просто оцените, вот если вы там кого-то говорите, он не прав или прав, если он прав или не прав, это решит жизнь, не кому-то из комментаторов этот вопрос решает. Но я абсолютно уверен, что с Дмитрием у нас взгляды во многом все-таки расходятся, и благодаря этому от этого эфира можно получить стереокартинку не только для вас, но я, допустим, я, может, и для себя ее получу. Потому что где-то мы являемся оппонентами, а где-то мы являемся смотрящими в одну сторону. Но я, честно сказать, Владимир Николаевич, не планирую этот эфир как дискуссию, потому что дискуссии, петушиные бои стали общим местом на центральном телевидении. Нет, мы будем думать, как вы рули. Я тому, что зрители настолько привыкли к этому вот формату петушиных боев, да, что они даже там, где выступают люди вроде бы как одного примерно направления взгляда, постоянно пытаются их представить в виде соревнующихся сторон. Это неправильно. В камере я точно скажу, что в тех эфирах, где мое участие будет восприниматься как участника того или иного боя, я в них участвовать потом не буду. Нет, так у нас, значит, моя площадка как канал, она, ну, подходящая для эфиров такого плана, потому что аудитория знает и Потапенко, и вас, и коэффициент одобрения и ваших эфиров, и Потапенко высок. А комментарии же ругательные пишут, как правило, маргинальное меньшинство, люди, которые вот резко чем-то недовольны. А люди, которые положительно воспринимают информацию, ну, им просто ставят лайк или там, ну, отмечают для себя, что был очередной хороший эфир, и, в общем-то, на этом все. Вот, поэтому это нас не должно не отпугивать, не... потому что мы просто обязаны делать эту работу, ну, я так считаю, это своим общественным долгом, а уж о вас-то и говорить нечего. То есть то, сколько вы времени уделяете вот этой просветительской работе, это заслуживает только уважения и, не знаю, ну, я шляпу снимаю перед Баглаевым. Так что, друзья, что, интересный мы вам анонс сделали, да? Так что смотрите, следите за передачами канала. Владимир Николаевич, я вас благодарю. Друзья, берегите себя, оставайтесь здоровы. Нам много сделок предстоит, хотим мы этого или нет. Так получается. До свидания.